गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वार्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरन्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ
Харихи Ом. Есть какие-то вопросы? Прежде чем приступить к темам кармы в контексте ее классификаций различных, которых, ну, относительно так много, на самом деле. Вот, и прежде чем подробно прям так остановить внимание на динамике процесса кармы посредством элементов. Ну, хотя это такая простая, очевидная вещь, вроде она в теории, если понятно, как мы ее разобрали, то это должно быть понятно. Но там, помимо динамики в элементах, также нужно понимать, что существует, что карма осуществляется в органах не только восприятия, но также в органах действия. Вот, ну, и поэтому это, скорее всего, потребует в дальнейшем еще раз сделать на этом всем акцент. Вот, прежде чем разобраться с классификацией, прежде чем разобраться с динамикой в элементах и так далее, и прежде чем также уяснить какие-то схемы, не то что схемы, а способы реализации кармы, а это имеет и практическое, такое бытовое значение. Потому что если ты понимаешь, как осуществляется карма, то есть плоды кармы, карма пхала, если ты понимаешь, как осуществлять плоды, то ты знаешь, как правильно совершать действия, то есть в чем смысл, как это должно происходить. И хотя там все достаточно просто, на первый взгляд, как сказано в Упанишадах, что и все же то, что делается, ну, то есть там, какое-нибудь действие совершается, это делает знающий, и это делает незнающий. И все же то, что делается сознанием, является более сильным. Это как в йоге такое понятие есть санкальпа. Намерение, как бы, да, и санкальпа значит делаешь с идеей какой-то, то есть твои действия, твои мысли, твоя практика, если, да, в контексте именно йоги, совершается с какой-то идеей, ты это делаешь зачем-то,
есть смысл. И это и санкальпа, по целенаправленности, она придает действию значимость. Вот, прежде чем, то есть, всякие способы реализации кармы, рассмотреть ее динамику, классификацию, мы начали рассматривать карму непосредственно опираясь на понимание, которое ясным образом дает и очевидно, наглядно демонстрирует и позволяет познать джиотиши, а это заключается в том, что сами грахи и являются центральным фактором в сознании индивидуума, в этом творении, космосе, в том, что мы переживаем. Грахи являются главным фактором, и это видно, изучая джетиша очень четко, главным фактором, посредством которого происходит действие, посредством которого происходят результаты этого действия. Поэтому грахи, как бы карту там рождения, например, да, то есть или человека в целом, нужно рассматривать как вот такой психический аппарат, так скажем, пурушу. И грахи выполняют в этом пуруше разные функции разных аспектов его сознания, посредством которых совершаются действия, и посредством которых эти действия отрабатываются. То есть, если вы совершаете действия какие-то Венерой, то и отрабатываете вы их тоже Венерой. Например, кто-то там страдает от любви, например, или каких-то там партнерских семейных отношений. Допустим, да, это в карке, карка значит фактор, то, что проявляется, показатель Венеры. Так что страдать будет? Вот человек страдает от там любовных тем каких-то. Что страдает-то? Тело не страдает, интеллект тоже не страдает, ничего не страдает, кроме вот этой Венеры. То есть внутри у человека есть некий фактор, сердце вот это, эмоциональное, нежное, любящее комфорт, желающее любви, желающее наслаждений, желающее удовольствия, желающее красоты, роскоши. То есть все это я сейчас перечислял факторы Венеры. Это все карки Венеры. И есть вот такой вот аспект сознания, такая вот Венера, сердце такое эмоциональное. Оно будет страдать, потому что именно оно и создало эти действия. Понимаете? Именно это Венера. То есть в человеке как разные вот существа живут. И вот одно из этих существ Венера, и в этом примере, оно страдает. То есть у человека может быть большое влияние в обществе, богатство. То есть большое влияние в обществе Солнца, да, например, там. У человека может быть очень такой стойкий, терпеливый нрав, да, Сатурн. Такой прям непреклонный, не сломать человека. У человека может быть просто огромные там какие-нибудь способности, связанные с его физическим телом. Марс, да, например, это. У человека может быть прекрасная психика. Вот Луна просто там идеальная, как-то там в тельце
Ну, хотя тут уже не получится видеть ей идеальной психики. Почему? Потому, ну, вот в Тельце я сказал, да? Луна в Тельце было прекрасно. Но мы рассматриваем пример, когда Венера в плохом состоянии. Так что Телец принадлежит Венере. Поэтому Луна в Тельце уже не могла бы дать прекрасную психику. Все было бы идеально в данном тогда случае, примере. И Луна была бы в Тельце, и психика прекрасная, но в этой психике был бы один только бдип. Это то, что управляет этим Тельцом. И эта Венера в каком-то там плохом состоянии плачет где-то в себе. Например, в Скорпион она пошла, да? Получается запутанная ситуация. Ну, как бы она не запутанная, Джотиш ее показывает элементарно, но для человека будет. То есть она сложносоставная ситуация. Луна в Тельце, казалось бы, экзальтирует, но Венера идет в Скорпион, который является местом падения Луны. Так что диспозитор Луны, он, а диспозитор называется Адхипати, то есть правитель. То есть Венера управляет Луной, если Луна стоит в знаке Венеры. И Венера, как управитель Луны, идет в знак падения Луны и тащит туда энергию Луны, как бы, в знак падения для этой Луны. И там, как бы, разные уже более частные ситуации можно рассматривать, но обобщенно, если однозначно, это будет состояние портить Луну. Так вот, в любом случае, у человека все может быть идеально. Прекрасная психика, прекрасный интеллект, прекрасные знания, удача, учителя, прекрасная мать, отец, влияние в обществе, богатство, все что угодно. Везде все прекрасно. А Венера будет проблемная. То есть о чем это говорит? О том, что было сказано выше и вот изначально. Что карма на уровне грахи делается. А, вот оно как, да? Я много раз это пытался как-то объяснить, не знаю. Это нужно понять очень хорошо. Просто, ну, если отождествляться как-то там с каким-то, ну, я не знаю, какой-то бред верить, что типа я вот там какой-то, не знаю, человек, там личность, какое-то слово абстрактное человек берет, вот типа там я личность, там, или я человек. Непонятно, что он под этим подразумевает. И вот это невежество не дает ему понимать, чего как есть. Но если ты понимаешь, что ты — это сознание, которое переживает совокупность и разные просто фрагменты вот этого своего же сознания, то Джетиш показывает, как это сознание устроено. Она говорит, вот у тебя 9 граф есть. Есть 12 бхав, всяких состояний, да, и есть вот грахи. И грахи внутри сознания — это как вот такие аспекты этого сознания. Это как, ну вот как руки, ноги, как органы такие. И это они делают, и они получают результат. Поэтому какая-то карма какого-то грахи задевает только этого граху, понимаете? Например, человек может сделать какое-то действие. Он может сделать какое-то действие, и там будет задействован интеллект, Меркурий, и будет задействована Венера, например. И, допустим, он как-то хладнокровно, расчетливо, ну и достаточно жестко, там жестоко, может быть, да, поступил вот с человеком там противоположного пола и сделал карму в этот момент. И для Меркурия, возможно, Меркурий, у него цель – это вот смысл, выгода, цель, да, какую-то сделать, вот практические вещи всякие, это земляная татва Меркурий, практические всякие вещи, цель какую-то реализовать. И он, возможно, с этой хорошо вещью справился, и в его, как бы, контексте действия, он от этого вот поступка получит результаты этой кармы.
И он получит результаты кармы таковы, что он в своих способностях к расчетливости, к, вот, ко всем вот этим вот вещам прагматичным, да, каким-то, он получит плюс, условно говоря. Представим пример такой простой. Он получит плюс. Он как бы сделает позитивную, условно опять-таки говоря, карму, соответствующую его задачам, получит результат, он как бы в показателях улучшится. Он будет более развит, более там... Ну, в общем, это карма со значком плюс. Но он поступил с точки зрения Венеры жестоко. Это не Меркурий сделал, это Венера сделала. Меркурий сделал свое и получил свое, а Венера сделала свое и получила свое, и они не перемешиваются. Меркурий что-то сделал, получил хорошее. Но от этого же самого действия человек очень жестоко поступил с противоположным полом. Даже, может, он с ним не в отношениях был, ни в каких. Просто Венера – это противоположный пол, по факту. Мужчина и женщина, да, вот мужчина относительно женщины что-то сделал такое, допустим. Какую-то выгоду получил, но причинил боль женщине. Что он сделал? Он причинил боль Венере. Он причинил боль Венере. По сути, своему собственному сердцу, потому что эта женщина, которой он причинил боль эмоциональную, эта женщина находится в его сознании. И это для него, для его субъективного восприятия реальности, является всего лишь каракой, то есть показателем его собственной Венеры. Поэтому, совершив по отношению к ней какое-то действие, он тем самым его совершает по отношению к самому себе. Но к самому себе к кому именно? Не к Меркурию, а к Венере. Поэтому он получит эти результаты, которые он своей собственной Венере причинил. Поэтому одно и то же действие может дать два таких совсем разных результата. Для Меркурия вот так, а для Венеры вот так. Потому что идут параллельно в данном примере. Абсолютно не как бы, ну, они могут, конечно, там в какой-то степени как-то там где-то пересекаться, но не может быть смешения такого, что действие Венеры пожинает эти плоды Юпитер, или там Меркурий, то есть, я хотел сказать, что действие Венеры пожинает эти плоды Меркурий, а от действия Меркурия пострадает как-то Венера. Такого не может быть. Венера страдает только от действия Венеры. По своим каракам, по своей вот этой линии. То есть в данном примере это означает взаимодействие на эмоциональном уровне. То есть, может быть, это легко вообще было избежать. Может быть, надо было сделать все точно так же, и Меркурий бы получил свое. Но с Венерой просто чуть-чуть как-то помягче. То есть на уровне Венеры надо было взаимодействовать по-другому. То есть уровень Венеры – это в данном примере эмоциональный какой-то, чувственный уровень восприятия. То есть надо было учесть вот эти женские какие-то чувства, женские эмоции. Надо было понять, что не надо их мучить, что ты будешь причинять страдания другому, вот этой Венере, да, нежной. Не надо ее как бы колоть вот так вот. Как-то вот, может быть, просто учесть, если этот фактор, все было бы уже не так. Но на это глаза были закрыты, и это является действием, вот это игнорирование, нежелание учитывать, да? А может быть другая ситуация, может быть он несознательно глаза на это закрыл, а может быть у него просто у самого Венера такая, что она не понимает, она черствая, она грубая, черствая. В Деве, например, можно представить. Ну, тут нюансы есть, но почему в Деве может быть? Потому что
Ну ладно, в деве, допустим, не подходит в нашей ситуации, да, там близнецы, например. Близнецы – жестокий знак Крура, интеллектуальный знак Меркурию принадлежит. Венера в близнецах может быть весьма такой, ну, циничный вполне себе. Вот, но вы понимаете, то есть, о чем я. Что, нет, не понимаете, не договорил пример. Что может быть другая ситуация. Может быть, он несознательно действие сделал, закрыл глаза, и этим закрыванием глаз на чувство другого сделал негативное действие по линии Венеры. Но может быть, у него изначально Венера такая, что он просто вот как бы такой черствый и не может вот так вот проникнуться состраданием к другому человеку, сочувствием. В такой ситуации, в общем, тут от частного случая будет все по-разному зависеть, но результат-то, наверное, ну, такой же и будет, что придет последствие от этого поступка, придет страдание, но причина этого страдания в данном примере уже меняется. Эта причина будет являться отработкой кармы не вот такой вот мимолетной, не такой вот мимолетной, как вот просто типа ты закрыл глаза, в этот момент только случилась причина, ты сделал действие, потом от этого пострадал. А на самом деле еще до этого, уже когда ты родился, Венера была такая, и из-за нее ты сейчас поступил вот так вот, и далее ты отрабатываешь эти негативные последствия, и причиной в данном примере уже является непосредственно прарабдха карма самого рождения. То есть понятно, да, во втором случае человек родился, у него прарабдха карма. Он в течение жизни прарабдха карму пожинает. Прарабдха карма, значит, проросшая карма. В момент рождения. Вот он живет, она растет, он ее пожинает. И вот он ее как бы таким образом, то есть, видите, да, запутанно немного. Как бы нельзя все так прям-таки упростить, но вот если будет детально этот пример, то он вот такой. Больше дальше не буду тут разжевывать, углубляться. А в первом случае по-другому все. Там человек, мы не знаем, какая там прарабдха карма у него, но он по факту совершает действие, это называется крия-мана карма. То есть он сделал действие, крия, активность, действие, поступок. Он совершил. И потом он пожинает плоды от этого действия. Это тоже прарабдха карма называется. Только это прарабдха карма, которая проросла от этого действия, от крияманы кармы. То есть она успела в течение жизни прорасти. Если она в течение жизни прорасти не успеет, она будет прорастать тогда в следующей жизни. Потом когда-нибудь. Мы не знаем, как это устроено. В следующей жизни или там через много жизней. Но он будет вот пожинать плоды уже вот этого действия, да, если оно в этой жизни вот так прорастет уже там, да, через неделю, грубо говоря. А зависит все это от планет. Это планеты решают, как произойдет. Потому что ты сделал такое действие, да, например. Вот человек живет, и вот он совершил по Венере негативный поступок. Совершил, то есть прарабдху карму тут мы не учитываем. Просто человек живет сам по себе как-то там, мы не знаем ничего о нем, но он вот просто совершает действие негативное по Венере. А потом, через неделю, Венера становится ретроградной.
И она становится ретроградной и очень удачно расположена для того, чтобы ему этот момент отработать. Она в нужном знаке, в нужном доме, в наванше в нужном положении и так далее. Всякие нюансы, которые необходимы. Нужная ситуация рисуется на небе, и он это переживает в этой жизни. А если этого не случится, и он это вот так вот не сможет это реализоваться в полной мере, то он это отработает в следующей жизни. И в этой связи можно также тут тогда уж и задеть, что, видите, дело не в том, чтобы он отработал какое-то конкретное действие, да, что типа вот ты ударил человека в левый глаз, и он из-за этого не пошел на работу 5 дней, и там из-за этого случились финансовые проблемы. И вот в следующей жизни тоже ты должен получить именно в левый глаз, и именно 5 дней просидеть дома, и именно там столько же денег потерять. Это не так. Смысл в том, что это энергия. Энергия это в грахах накапливается, а иными словами, в элементах она накапливается. В тонких элементах в сознании. Если ты ударил кого-то, то эти повреждения физические, это марсианская карма, негативная, тамасичная. Марс он какой? А огненная татва и тамас. Качество тамаса. И разрушение. То есть вот ударил кого-то. И эта негативная карма накопилась в элементе вот этом марсианском огненном таком. Вот этот тамас плюс там, огонь вот этот. Ну, то есть граха является связующим звеном для этого. Именно граха карма делает и проявляет. То есть это копится не в элементе, не в огненной татве. Ну, как бы, ну да, она копится не в огненной татве в сознании, в человеке, в психике. И она копится не в тамасичном каком-то его аспекте, типа вот какой-то там в сознании какой-то тамас там скрытый плавает. А он копится именно в грахе. И это откладывается, исходя от грахи, он потом рождается, например. Ну или там транзит какой-то случается, планета там через месяц, да? Или там... Ну, в общем, плоды он сразу начинает ощущать, что вот на нем, на его характере эти показатели отпечатываются. Они дают в точной вот как бы такой пропорции вот этот огненный элемент на его сознание, он такой вот становится, допустим, ну вот именно вот такого качества у него элемент огня становится, какого он в соответствии с этим поступком должен вот как-то проявиться. И именно столько же тамаса у него откладывается, вот этого невежества, тупости какой-то, грубости, жестокости, нечувствительности. Тамас вот этот. И эти показатели, огонь и тамас, они будут и от грахи исходить. То есть граха самое главное звено. И сознание человека, если от этого поступка потом будет окрашено в тамас и в огненные качества какие-то, то оно будет ровно так окрашено, как нужно от этого поступка получить. И он будет это получать от как бы от излучения Марса, так скажем. Это Марс будет на него оказывать такое влияние. Так вот, он ударил кого-то, и это марсианская карма. Но ту боль, эмоциональную боль, которую он причинил этому человеку, эмоциональную боль, он будет на уровне Венеры чувствовать. Потому что это уже негатив на венерианскую карму. Да, сколько плохо вот от одного плохого действия, сколько мы пожинаем плохого всего. И Марс плохой, и Венера плохая в данном случае, да, то есть и как марсиански страдаешь, будешь, да, получишь повреждения в будущем. И от Венеры страдаешь. А если ты повредил ему какой-то орган соответствующий, там сотрясение мозга, например, сделал, да, это Юпитер, или там отбил какие-нибудь там ему эти желудок, например, тоже он с Юпитером связан, печень, почки,
Это связано с Юпитером. А если от этого пищеварение нарушилось, то это еще и солнце какое-нибудь. Глаз, если, да, зрение испортил, это солнце опять-таки. И все вот эти, по каждой линии действия отрабатывается на уровне именно той же самой грахи. Так вот, это не так, что ты какое-то конкретное действие делаешь, и потом якобы такое же действие должно произойти. А смысл именно в энергии. Граха — это энергия. Когда мы начинали занятие, я вам говорил, что когда начинаешь в этом разбираться, уже там кармы там нету никакой. То есть понятие кармы, оно исчезает. Становится ясно, что это все вот как бы карма понимается как энергия. Потому что так оно и есть. И там вот любую граху, любого граху взять, там Венеру, например, да, вот с этими примерами, отрабатывается не поступок этот, а энергия. Это просто вот конвертация в чисто вот количественная, так скажем, качественная. То есть ее нельзя как-то измерить. Просто вот какой-то вот потенциал ты вложил в действие, и потом от него получил производный результат. Ну, то есть, как бы я здесь имею в виду, что потенциал вложил в действие по отношению к какому-то объекту, к Венере какой-то. Венера проявилась вот в виде караки. Ты по отношению к этому караке, а значит, по отношению к Венере, совершаешь действие. Это ты потенциал вкладываешь. А потом получаешь результат, и я имею в виду, что производный результат от этого потенциала вложенного, этот производный результат имеется в виду, что это энергия, которая накапливается в Венере. Это и есть результат. Вот ты сделал действие, это раз. А потом от этого действия получилась реакция. Например, есть женщина. Человек говорит, ты там, муж говорит, ты плохо готовишь. Там, она расстроилась, расплакалась. То есть он говорит, ты плохо готовишь, это как бы действие, да? А она расплакалась, это результат. И вот этот результат от того, что она расплакалась, и вот вся ситуация в итоге, которая получилась, то есть действие плюс вот этот результат, все это вместе в Венеру как бы входит. Это результат. А потом этот вот производный результат из этой Венеры, вот что там получилось, вот какая там вот каша получилась, какая там, на что оно влияет, что оно затрагивает, насколько это глубоко, там, насколько это серьезно, вот всякие такие нюансы, там какого-то качества энергии теперь получилось как результат. И потом, спустя какое-то время, эту вязь вот эту надо отработать. И это может произойти через разные действия. То есть, таким образом, ты одно действие сделал, а потом отрабатывать это действие можешь через много результатов. Ну, как бы ты не отработаешь больше, чем есть. Это как вот губка. Она в себя, планета вот эта, как губка, она в себя впитала, и потом ее, если выжимать, ну, ты же не можешь выжать больше, чем в ней есть. Ты выжмешь именно то, что там есть. И вот это действие случилось, она впитала, и ты потом это тоже должен обратно вот реализовать. Но это может произойти через одно действие, а может произойти через 20 действий. Просто можно это залпом выпить, а можно по маленькой капельке выпивать. И планеты показывают, как это происходит, и играют в этом вот центральную роль. Может быть, там ретроградность, она специально для этого существует. Ретроградность — это специальное состояние планеты, когда карма... По порядку, по порядку.
А ретроградная, она вне очереди. Ретроградная на карма, она встает вне очереди и наспех вот так сплошным потоком реализуется. Ретроградная. Может быть, сожжение планеты. Это когда просто вот ну, так случается, что надо, как сказать, то есть эта карма не то, что она как вот вне очереди, как ретроградная, а сожженный граха какой-то, когда граха, солнце сжигает граху, это, ну там может быть очень много разных причин, зачем это происходит или почему это происходит. Но это всегда именно сжигание кармы. И это процесс болезненный. То есть это атман, солнце, царь, который над всем, над временем даже. Это душа конкретно решила, или так случилось, что ей нужно, или, то есть опять-таки говорю, там много может быть причин, почему так происходит. Но факт остается, ну по факту, происходит так, что сжигание – это вот именно болезненное такое, это отработка кармы посредством ее сжигания именно. То есть как тут объяснить? То есть, например, надо сжечь Венеру. Надо сжечь Венеру, значит, надо сжечь Венеру. А это очень больно. То есть, если вы вдумаетесь, это вы поймете прекрасно. Водная Венера, эмоциональная вот это все, любовь, слезы там какие-нибудь, да? Вот этот нежный как бы аспект сознания, эмоции Венеры, он сжигается просто по-жесткому. То есть человек будет страдать сильно. Ну, как бы по ощущениям Венеры. Он будет страдать по-венерианским, вот, по сердцу вот этому своему. Своим сердцем вот этим страдать будет. Для того, чтобы вот так вот очиститься от кармы, то есть таким тотальным махом просто вот сжечь все. Но это все происходит именно на уровне энергии. Энергия копится в сознании и вот отрабатывается. Сожжение, например, если взять, сожжение – это всегда именно освобождение. То есть процесс это крайне жесткий, экстремальный, тотальный, фатальный, не знаю. Но мотивация его, мотив для сожжения, он всегда является как бы, ну, освобождающим. Так же, как вот царь наказывает преступника, да, например, солнце, царь, закон, да, наказывает, это всегда для блага этого человека, то есть он должен отработать, он должен понести наказание, очиститься таким образом. То есть это может быть, ну, я специально привожу такой пример с государством, потому что может быть очень жестко, ну, действительно, то есть... Но в конечном итоге все это, то есть может выглядеть как просто там вообще полнейшая немилость, немилость у высших там каких-то сил, да. Но в итоге рано или поздно обнаружится, что это для очищения, для того, чтобы закончилось. Так вот, разные периоды есть. Есть Маха-Даша, да, большой период, когда... Карма вот этого грахи, это значит энергия, которая в нем накопилась, она вот тотально отрабатывается. Да, понимаете? То есть планета, там период Венеры идет, значит карма, связанная с Венерой, отрабатывается очень интенсивно. А бывают подпериоды, например, идет совсем другой какой-то граха, там период Сатурна, например. Но в нем есть подпериод Венеры. Или там есть период, подпериод, подпериод и подподпериод Венеры. И это тоже дает определенную вот пропорцию, когда можно что-то отработать. Это я имею в виду сейчас, что
я говорил, что можно одним глотком выпить залпом, а можно по капельке пить. И вот разные бывают ситуации в зависимости с судьбой. У кого какие вот моменты, кто что отрабатывает. Иногда выпадает возможность какие-то вещи отработать вот по полной программе. Маха Даши, да. А иногда нет, и тогда человек все равно будет отрабатывать вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В каких-то там подпериодах, там еще как-то. Еще нужно, чтобы там транзиты как-то с этим совпадали в нужном русле. Чтобы основной вектор периода там и навамша. Навамша важна просто, потому что показывает также плоды кармы. Ну, вообще она связана сильно с судьбой. Вот не будем углубляться сейчас. То есть это на уровне энергии происходит. И классификации для этих энергий даются именно графами. Есть энергия Венеры, энергия Юпитера, энергия Сатурна и так далее. На этом моменте есть вопрос? Хорошо. Значит, есть энергия всяких граф. Солнце, Луна, Марс, Меркурий, энергия Юпитера, энергия Венеры, энергия Сатурна. И у нас есть Раху, Кету, у которых нету своей энергии. Раху и Кету — это теневые грахи, так их называют. Потому что у них нету своего ничего. Поэтому, когда речь идет о Раху и Кету, то принимается во внимание именно знак, в котором они находятся в первую очередь. Потому что этот знак укажет на то, через что будет реализовываться карма Раху или Кету. А раз она будет, раз эта реализация кармы указывает на этот знак, значит, автоматически она указывает на планету, которая этим знаком управляет. Поэтому в первую очередь реализовываться карма Раху-Кету будет через знаки управителей и показатели этого знака непосредственно. Значение самого знака, концепция знака. А также через графи, с которыми, если так случилось, эти Раху-Кету соединены. Так вот, что такое Раху, мы начали рассматривать. Что это не есть, то есть могло сложиться как бы впечатление не совсем верное, то есть того, что я хотел донести, потому что говорить про Раху довольно сложно. Потому что это
То, что он показывает, является энергией особо такой энергией невежества, так скажем. Вот что это такое. То есть Сатурн — это энергия Тамаса. Тамас. Конкретная гуна, конкретная энергия, которая подразумевает под собой стагнацию, торможение, остановку, рассеивание, увядание, смерть. Такое вот торможение. Остановку. Как это слово? Можно даже сказать материализацию. Сначала у нас есть гуны, у нас есть сатва. Возникает движение какое-то, какая-то активность, это раджас. И потом эта активность начинает приходить останавливаться. И вот эта инертность, процесс инертности, состояние инертное, вот эта динамика остановки, это тамас. Тамас заставляет тормозить. Это силы как бы тяготения, да? Вот мы с утра просыпаемся иногда, и нам тяжело, да? Почему? Это тамас. Мы чувствуем, как нас прям к земле прибивает тяжесть. Тупость, тяжесть, да? Что мы чувствуем? Тупость, неспособность как бы полноценно мыслить. Такая вот как бы тяжесть именно. То есть что-то тяжелое. Это Сатурн, это тамас. И вот сначала возникает в результате того, что в сатве возникло движение, оно начинает останавливаться. В результате этого процесса происходит материализация, и гуны начинают проявляться материально. И первая такая субстанция, появляющаяся, это пространство. Пространство — это уже материя. И это самая сатвичная часть материи, самая чистая и светлая. Потом это самое светлое и чистое тоже начинает материализовываться. Ну, там есть нюанс, да, что там опять как бы некое движение. Но не суть. Идея в том, что пространство начинает уплотняться, появляется ветер как субстанция. Его аспект движения — это раджас. А его материальность, вот мы можем его почувствовать, да, касанием, это не что иное, как из-за тамаса. И Сатурн — это тамас, Сатурн — это ветер, это вайутат. Юпитер — это сатва, и это пространство. А Сатурн — это тамас, и это ветер. То есть он уже как бы плотный. Потом это начинает уплотняться еще больше. И ветер приобретает, настолько становится плотным, что даже приобретает форму. И это огонь. То есть, видите, везде возникает движение, а потом оно тормозится. Вот так получается. Сначала пространство, в нем маленькое движение делается, и из-за этого под воздействием тамаса получается ветер, когда движение тормозится. Потом этот ветер тоже производит движение. Это раджас, да? И в результате этого движения раджаса тормозится, появляется огонь. Ну, как бы трение возникает, да? Ну, в общем, ладно. Я не буду описывать, в общем, что я тут представил. Не получается, запутанно немножко звучит. То есть это игра гун, это гуна.
действует. И вот везде, где тамос присутствует, он везде делает уплотнение, он материализует как бы. В итоге мы после огня приходим к воде, и в итоге потом вода затвердевает, получается земля. Говорят, если вот каплю воды... Ну, в общем, не суть, ладно. Земля затвердевает, вода затвердевает, получается земля. Это тамос делает. Энергия тамоса. Это Сатурн. Сатурн это тамос. А Раху это не тамос. Раху связывают с тамосом. Почему? Потому что Раху дает свои проявления тамасичные. Это всегда невежественные какие-то эффекты там есть. Но сам по себе Раху, он не представляет силу тамоса. Силу тамоса представляет Сатурн. Раху ничего не представляет, его вообще нету. У нас есть элементы. Вот нету Раху в этих вещах, нету Раху в пространстве. Вот, смотрите, пространство Юпитер, ветер Сатурн, огонь Марс и Солнце, вода Венера и Луна, земля Меркурий. Атман, чувство себя, ну, чувствуя вот этого, как бы, лучик света вот этот, который тут все распознает и живет. Это Атман, Солнце. Манас – это Луна. Будхи – интеллект, различающий все и определяющий, понимающий, что это я, это вот то, это еще. Это твердо, это, ну, не знаю, как вам сказать. Вот вся модель реальности, которую вы перед собой видите, формы, там, концепции всякие вы видите. Вы знаете, как бы, обладаете информацией, знанием. Вот это стул, это там урок, это там астрология. Это все кто? Это что? Это из этого создана реальность. Это делает интеллект. Он просто вот называет все. Дает вот. Чувство плотности, да, на земле живешь, то есть земляная татва у Меркурия. Он говорит, вот, все нормально, я живу на земле, все знаю, да, вот концепции вот эти все. Всю модель реальности скрепляет он. Если эта штука повредится, то объекты начнут как бы в сознании смешиваться. Все начнет просто вот какой-то кисель происходить непонятный. Интеллект отключается, и ты вырубаешься спать, потому что невозможно жить без него. Если его нет, то ну как ты, ничего не можешь видеть. В этом сне интеллект, он как-то пробуждается, ты видишь сновидение, потом он опять вырубается, опять черный экран. Потом опять он мгновенно там как-то включается, опять что-то там ты видишь. Интеллект. Это Меркурий, Будхи. А где же Раху? Его нету. Силу сатвы представляет Юпитер. Силу сатвы представляет Солнце. Силу сатвы представляет Луна, Манас. Пространство, Атман и Манас. Юпитер. Солнце, Луна. Силу Раджаса представляет Меркурий, интеллект. Венера. Это тоже Раджас.
и сила Тамаса, это Сатурн и Марс. Представляют силу Тамаса. Вот три гуны. Грахи являются, как бы представляют эти гуны. И все, что делается в этих гунах, умещается в эти классификации. В классификации грах. Если ты что-то делаешь сатвичное, если что-то происходит в свете, да, знание, понимание, истины, счастье вот такого, познание, ну и так далее, то это по-любому будет укладываться либо в карму, связанную с Солнцем, либо в карму, связанную с Юпитером, либо в карму, связанную с Луной. Ну, с Луной в меньшей степени, потому что это женский граха, больше воспринимающий, чем действующий. Это пространство для восприятия. Манас. Но Юпитер там, да, вот связанный с удачей там всякой, добротой, щедростью, знанием, мудростью там и так далее. Если делаешь что-то в Тамасе, то это будет умещаться в классификации либо Сатурна, либо Марса. И если что-то делаешь в Раджасе, то это тоже будет умещаться, вот это все показатели раджасичные будут умещаться либо в Венеру, либо в Меркурий. Посудите сами, вот я сейчас сказал, так и есть. То есть, ну, абсолютно все умещается именно в эти грахи. Так что Раху, когда я сказал, что это невежество, то есть я сказал, что у нас есть карма, она накапливается, и грахи являются центральным звеном в этом всем. И я сказал, что это семь грах, но Раху и Кету — это совсем другое. И я сказал, что Раху, когда мы о нем говорили, сложно его было, ну, его сложно описать. Я его до конца так и еще не выразил. То есть четкое понимание вряд ли какое-то могло возникнуть по поводу Раху. Слишком это сложная вещь, потому что для объяснения сложно. Потому что я сказал, потому что Раху — это не какая-то конкретная энергия, а Раху — это невежество. Но под невежеством подразумевается не тамас, а в первую очередь, вот если прям не с середины брать объяснение, как можно было бы сейчас сделать, сказав, что имеется в виду невежество как такой отходный продукт кармы своеобразный. Но даже если так я бы сказал, все равно придется разъяснять, а какова природа этого отходного продукта кармы. Ну давайте даже так и сделаем, то есть вот по этой линии пойдем, объяснение, учтем этот фрагмент, что ты совершаешь, ты живешь, совершаешь всякие действия, существуешь, и есть карма Раху. Это такая вещь, которая вот в данном примере объяснение, вот она как откладывается, да, это как такой осадок, негативный осадок. А какова природа этого осадка? Природа этого осадка, она соответствует именно качествам Раху, как и любые другие грахи. Любые другие грахи действуют, и продукты действий, качества, результатов соответствуют качествам этих грах. Логично. Мы сегодня это затрагивали, да? Если что-то делаешь, и там есть аспект Венеры, то ну, ты получишь это в качестве энергии Венеры в любом случае, никак иначе. Это будет именно ей соответствовать. Так же и с другими грахами. И так же с Раху. Этот осадок будет соответствовать качествам Раху. А что у него за качество? Что за качество у этого осадка, негативного осадка? Вот этого
невежество. Ну, в общем-то, я уже вот сейчас и сказал, это качество невежества. А что такое это невежество? Это не тамос. Тамос – это другое. Тамос – это конкретная энергия. А это именно вот торможение, да, такое, инерция. Это тамос. Увядание, распад, рассеивание, уничтожение, разрушение. Это Сатурн, это тамос. Но невежество Раху называется не тамос, оно называется авидия. И это и есть майя, которую мы затрагивали чуть-чуть. То есть, что такое майя? Кто мне может сказать? Вот мы разбирали Раху. Вот на основе того, что мы говорили, что вы можете сказать, что вы поняли? Ну вот, как бы, я не жду от вас полного ответа, так что можете даже не пытаться. Просто вот что-нибудь. Что вы поняли? Там несколько могут быть центральных мыслей, просто назовите что-нибудь. Вот мы проходили Раху, и... То есть не просто понять, вот, ну... Иллюзорность мира. Нет, не мира. В том-то и дело, понимаете, Татьяна, смотрите, вы говорите «иллюзорность мира». В том-то и заключается иллюзорность, что нет никакого мира, понимаете? Вот то, что вы называете миром, на самом деле не является миром, понимаете? Это просто вот что-то, так скажем. А то, что вы это называете миром, это и есть иллюзия. И вот из-за этой изначальной концепции, что вот это мир, вы задаете рамки в своей жизни и живете по ним. Это как... В пространстве, бескрайнем, бесконечном пространстве, вообразить, что в этом бесконечном пространстве есть строгие ходы вот какие-то, есть строгие тоннели, по которым ходить можно, а по другим тоннелям ходить нельзя. И несмотря на то, что пространство остается пространством, и ты все так же свободен, и пространство свободно, ты, тем не менее, из-за этой иллюзии, что пространство вот какое-то вот, таково, каким оно тебе привиделось. Ты из-за этой иллюзии, несмотря на то, что находишься в свободном пространстве, живешь так, как будто бы это не пространство, а что-то другое. Как будто бы в нем вот есть вот эти ходы какие-то там, как-то там надо вот правила какие-то специальные, как-то там надо жить в этом всем. И ты таким образом себя связываешь, сковываешь и не живешь свободно. И ты не... Несмотря на то, что находишься в пространстве, субъективно ты не находишься в пространстве. Ты себе сам свой мир выдумал какой-то в голове, и в этом мире живешь. Хотя этого твоего мира, который ты себе в голове выдумал, не существует. Есть только пространство, а все остальное – это твоя выдумка. Точно так же этот мир. Никакого мира не существует. Мы называем это миром, и это становится миром, из-за того, что мы это так назвали. Если этого не делать, ничего не изменится. Но сознание будет свободным, и иллюзии не будет. Ты не будешь давать вещам ложные названия. И не будешь называть то, что ты, то, в чем ты живешь, миром. И не будешь вести себя соответственно. Конечно, ты называешь это миром, ты веришь, что существуют какие-то там государства, страны, политика там, не знаю, и живешь в этом. Другой человек живет в пространстве компьютерных игр. Понимаете? Для вас этого не существует, а для него существует. Вот у вас же есть дети? Они же играют в игрушки, наверное, всякие. Так или нет? Играют. Ну, а вы, для вас-то это вообще другая реальность. А вы со стороны разве не видите, что для них это полная вообще реальность? Что они в этом просто свято верят, что это существует.
А для вас это вообще бред какой-то несуществующий, вот просто абсолютная бессмыслица какая-то. Точно так же все остальное в этом мире, вот просто игры ребенка. Вот вы говорите точно. Так вот всякие там политика, то, что вы называете свой город своим городом, вот, ну, в каком вы городе живете? Как он называется? Днепр. Не существует Днепра, понимаете? Это просто название. Вы думаете, я живу в Днепре. И у вас в соответствии с этим выстраивается какая-то концепция. Типа там, вот есть там Днепр, тут там такая-то инфраструктура, он регионально там, географически находится там-то. Здесь вот с этим плохо, с этим хорошо. Вот рядом есть такой вот город, можно туда поехать для вот этого. А если хочешь вот это, то лучше поехать вот туда. И как бы... То есть я пытаюсь понять, пытаюсь описать сложно описуемую вещь, хотя она элементарная, это очень простая вещь, что ты сам себе в голове выдумываешь реальность. Понимаете? Я не говорю, что Днепр не существует, типа вот, ну, я не говорю, что не существует там мира, там, есть просто только то, что есть. Понимаете? А называть это как-то, это называется игрой иллюзии. Потому что в соответствии с тем, как ты это назовешь, так ты себя и будешь вести. И видеть ты мир будешь именно так. Вот представим, что есть деревня какая-то. В деревне население 100 человек. Вот по современным меркам, по современным меркам деревня, в которой население 100 человек, это просто глушь полнейшая, разве нет? Скажите. Вот если кто-то из вас переедет в деревню, где живет 100 человек, вы себя будете ощущать так, как будто бы вы в лесу в каком-то живете. Вы просто в лес приехали и в лесу живете, понимаете? И это будет сущая правда, потому что так именно и будет. Вы будете жить в лесу. У вас будет дом в лесу. Да, там может есть какой-то там где-то сколько-то там, если выйти из дома, там пройтись, там где-то какой-то магазин или что-то такое. Но опять-таки, будет ли этот магазин для вас существовать или нет? Если вы будете считать, что вот я живу в деревне, тут есть магазин, вы будете жить в деревне, где есть магазин. Но если вы не будете, допустим, вы не хотите, вы наоборот, хотите там в лес уйти. Просто современные реалии позволяют так вот комфортно в лес уйти, не уходя. Понимаете? То есть чем этот мир вообще является? Полной иллюзией. Так вот, если вы так захотите, то вы будете без магазина жить спокойно. И вы будете жить в лесу вообще. А ваш сосед, который родился в этой деревне, у него будет концепция, что надо жить хорошо, надо жить как бы цивилизованно. И вы, когда переедете в деревню, где 100 человек, будете жить в лесу, и в вашей концепции будет положительным, например, что вы просто окружены какими-то деревьями, зарослями, да, какими-то кустарниками. Вы будете думать, ну круто, вот я на дикой природе живу, и тут вот первозданная природа. Первозданная природа, вот всякие кусты, там деревья, заросли. У вас будет такая концепция, и вы будете в этом жить. Вы реально будете жить в лесу. А ваш сосед придерживается концепции, что надо жить цивилизованно, и он живет в цивилизованном обществе. И он родился в этой деревне, это его дом, и надо за ним ухаживать, как за садом. И с его точки зрения, всякие кусты и деревья вокруг абсолютно неприемлемы. И он будет их вырубать,
Он будет их как-то подстригать, сжигать какие-то старые. То есть он будет ухаживать и делать так, чтобы все это было похоже на красивый сад какой-то. И он тоже будет жить абсолютно в этой реальности, именно так и будет. И вот ваши две реальности пересекаются. Вы для него будете каким-то странным, асоциальным сегментом общества, нелюдимым каким-то непонятным существом, который приехал в вашу деревню и живет здесь, как будто он в лес какой-то приехал. А он для вас будет сегментом этого беспокойного общества, который вот даже когда вы уехали наконец-таки в какой-то лес, там забрались, даже здесь вас беспокоит эта цивилизация, какие-то люди там что-то вырубают, шумят, да, там, не знаю, что-то такое делают. И вы, то есть вы понимаете, что реальность, я пытаюсь объяснить просто, что она просто вот на глазах рисуется. Это все у вас в голове находится. Но вы это реально переживаете. Понятно? Доходчивый пример, нет? Его можно развить, конечно, этот пример, да, по-разному. И, конечно же, карма и всякие грахи, они будут играть свою роль, если свести все к этому сейчас. Для вас этот человек беспокойный. Вот вы приехали, да, в лес. Но это не лес, это, блин, деревня. То есть это абсолютно разные вещи. Как бы, да вообще, как тут можно о каких-то критериях говорить, что правда, что неправда? Все неправда, понимаете? Так вот, вы приехали в этот лес. И есть вот этот человек. И он для вас, например, будет выступать в виде вот этой безумной цивилизации. А это не что иное, как Раху. Это будет ваш Раху, понимаете? Это он вас будет беспокоить. А что это такое? Это накопившаяся карма, как бы. Это вот это невежество, осадок. И вот он внезапно появляется, да? Раху он внезапный. Внезапно появляется, наводит панику, шумит, какой-то хаос, там что-то деревья пилят, бензопила сверлит, чего-то там наводит порядок, деревья косят, как-то там обустраивает все, облагораживает. То есть какой-то вот все вот это вот какая-то деятельность, да, цивилизация. Это Раху. Это ваш Раху. А вы для него тоже будете Раху. Потому что какой-то вот этот асоциальный человек, какой-то отшельник, например, или какой-то необычный человек, какой-то вот, ну, в общем, вы поняли, какой-то вот неординарный, какой-то асоциальный также, да, это тоже Раху. То есть я не хочу слова перебирать, на ум не идут, но я надеюсь, вы понимаете, о чем я, вы знаете, то есть Раху, да? Я надеюсь, вы понимаете, что Раху, он такой вот тоже. Это не только цивилизация, но и Раху, вот просто если, да, отстраненно взять показатели Раху с человеком, который вне контекста нашего разговора, то он тоже назовет эти вещи легко. Он скажет, да, Раху это вот какой-то там в лесу там живет какой-то. Даже мудрец Парашара так описывает его, да, что он живет в лесу. И там имеется в виду много чего. Не только отшельники и не только бандиты. Ну, точнее, в смысле, именно это имеется в виду, и то, то есть, да, что... Ну, в общем, не суть. Очень сложно характеризовать Раху, потому что слишком много это в себе вмещает. Вот как это объяснить, вот эту иллюзию? То есть, видите, майя, да, Раху — это майя. Майя — это не иллюзорность мира. Это не то, что мир не настоящий. А Раху это просто иллюзия сама по себе. Поэтому он называется майя. Майя переводится как то, чего нету.
Ты думаешь, что ты живешь в Днепре, но этого нет. Нет никакого Днепра. Ты думаешь, что существуешь в мире, но нет никакого мира. Ну, где этот мир? Кто-нибудь видел границы этого мира? Вот где он начинается, где он заканчивается? Что это такое? Мир — это что? Это Днепр? Мир — это Россия? Мир — это Украина? Мир — это планета Земля? Мир — это Вселенная? Мир — это Евразия? Или мир — это Евразия и Америка? Или мир — это там еще что-то? Или мир — это твоя комната, в которой ты живешь? Что такое мир? Невежество заключается в том, что человек, вот обычно говорят, свято верит, да? Но он не свято верит, а он тупо верит. Вот тупо невежественно верит. Это и есть вот невежество Раху. Он тупо верит во что-то. То есть почему свято верит? Потому что, ну, как бы, даже не понимает, что... Убежден. Человек убежден, что это так. Даже когда на лицо ему показываешь вот эти все факты, аргументы, которые я сейчас, например, привел, даже тогда чувство иллюзорности его не покидает. Даже тогда чувство иллюзорности мира не покидает, он все равно держится за него. Он говорит, а, ну да, понятно. Но ощущает себя точно так же. Точно таким же существом, там, каким-то телом, да, в каком-то там вот. То есть чем ты являешься, раз уж на то пошло? Кто ты такой? Кто такой ты? Что такое этот мир? Что это за чепуха вообще? Что это за разговор вообще? Поэтому и называется первая эпоха Сатья-юга, правдивая юга. То есть там еще нету устоявшихся вот этих концепций, и они, то есть, на ходу придумываются, да, так скажем. Человек постепенно называет это все миром там каким-то, да. А оно на каждом шагу. Если ты не знаешь реальности, то невежество на каждом шагу. Если представить первобытного какого-то человека, который, да, не имеет понятия об этом мире, да, каких-то заблуждений, то вы, ну, просто представив его бытие, вот человек с утра проснулся, вот такой без памяти вообще, да, у него не развито ничего, там, допустим, интеллект какой-нибудь. Проснулся, такой, буду жить. Но он так не подумал, да, он так стал делать. Подумать об этом — это майя называется. Буду жить, да, то есть это, два этих слова являются двумя концепциями. Буду в будущее, да, что-то значит, я есть сейчас, буду в будущем — это концепция. А мы же в этом живем, мы же так себя и чувствуем. Я есть сейчас, и я буду дальше. Это Раху называется. Идет в будущее он. Так вот, если представить такого человека, то мы увидим, что на каждом шагу у него будут эти концепции, да? Сразу будут возникать. Но это же правда, то, что я сейчас говорю. Это же не просто идеализм какой-то. Это действительно же так и есть, что все состоит и как бы напичкана этими концепциями, и это является иллюзией. Понимаете, никто не связывает, то есть, ну, человека. Нету причин, например, там, ты сейчас здесь, там, да, в 21 веке, то есть тебя окружают там компьютеры, телефоны, там, куча-куча всякой всячины. Тебя никто не связывает, то есть если ты хочешь освободиться от иллюзии, тебя никто не связывает. Нету, тебе не нужно
переставать пользоваться телефоном, переставать там пользоваться компьютером, уходить в лес. И там и все. То есть даже если ты уйдешь в лес, ты от этого не уйдешь. Ты в лесу точно так, просто здесь ты называешь компьютерами и телефонами компьютеры и телефоны, а там ты будешь называть деревья деревьями, там какие-то травы травами, плоды плодами. Концепции никуда не деваются. И прекратить это невежество означает понять знание, понять истину. И оно не требует действий, потому что оно не связано с действиями. Невежество не связано с действиями. Невежество называется авидия в данном примере, вот это траху. Авидия, то есть что означает? Видия означает знание, а авидия означает незнание. И вот авидия — это изначальная неправильная отправная точка. И Раху это показывает, если начать разбор вот теперь с корневых значений, с самого начала. Раху — это авидия, а авидия значит незнание, то есть это состояние невежества. И поэтому Раху показывает это состояние невежества, и это состояние невежества, которое показывает Раху, проявляется в первую очередь если так можно вообще говорить, в проявленном таком виде, который можно классифицировать. Ахамкара называется. Эго. Ложное чувство «я». Ложное чувство... Ну, не то, что ложное чувство «я», а ложное чувство «я делаю» или «я есть». Потому что у нас есть чувство «я». Оно называется атманом. Атман — это именно то, что называется чувством «я». Само слово «атман» на это указывает. «Атман» переводится как «я». «Я» в контексте окрашенного возвратного такого состояния, что типа «я обращаю внимание на себя», вот как бы штука «атман». То есть «атман» — это «self», английское. Как бы «себя», да? Вот это русская вот эта частица «ся», вот это. Только в качестве существительного. То есть я. Это атман. Но это просто знание, это просто внимание, да, это свет, это солнце. Оно светит, все освещает, все знает и пребывает с самим собой в самом себе. Но себя оно не знает. Ну как солнце может себя осветить? Как я могу знать себя? Я не могу знать себя. Я могу знать только все остальное. А с собой я могу просто являться и могу в этом знании находиться, пребывать в состоянии я. Это мое естественное состояние. Атман. Это то, что называется душой. Ну, ладно. В общем, все эти термины портят, мешают. Да? Душой может много чего называться. Может атман, а может джива. Это немного разные вещи. В общем, атман — это я. А раху... Что делает Раху? Раху солнце затмевает, да? Он солнце пожирает, глотает. Затмение происходит. Что такое затмение? Солнечная, да, у нас есть солнечная и лунная. Какой из них опаснее?
более эмоциональная. И как бы, ну, внешне кажется, что более, типа, катастрофичное, конечно, это затмение Луны, восприятие, эмоциональное, потому что часть, связанная с эмоциями, с психикой непосредственно, и затмение Луны происходит, затмевается Манас, он ведь тоже Раху, Раху является причиной затмений. Раху это что? Это вожделение, да? Раху, ну, в общем, не будем здесь в частности впадать сейчас, а просто скажем, что Раху это авидия, невежество, неправильное как бы понимание реальности. Оно затмевает сознание, и человек, ну, например, вот загорается желанием каким-то безумным, да? Просто бешеным, вот, маниакальным. Я приводил пример как-то в одной публикации, да? Последнего или предпоследнего там затмения. Где я знаю человека, который, ну, это солнечное было затмение. Но оно было именно в той накшатре, где у него Венера находится в карте рождения. А Венера это транспорт. И его просто маниакально, вот просто он с утра просыпается, он мне рассказывал, я думаю, как вообще это возможно? Как вообще возможно? Ну, как бы это я риторически говорю, потому что я прекрасно знаю, как это возможно. Не существует никакого делателя, действующего, не существует никакой личности. Поэтому все происходит очень часто само по себе. Играхи часто играют вот по-разному. Очень безумные ситуации могут происходить в жизни. Но это действительно безумная ситуация. То есть, как это можно? Человек просто проснулся. По-моему, даже он в своей машине проснулся, если я не ошибаюсь. Он был после работы, чего-то там. Ну, короче, туда-сюда, он, в общем, домой не пошел, говорит, я просто в машине заснул и все. И просто там вот затмение где-то часов в 11 было, по-моему. Ну, по памяти говорю, может, ошибаюсь, это пару лет назад было. А он просыпается часов в 7 утра. Просто вот представьте это, открываются глаза, уже такие бешеные. И он сразу такой, глаза открываются, он такой, надо поменять машину. Вот просто ни с того, ни с сего. Он как бы полчаса назад об этом не думал, да, он спал. Вчера он об этом не думал. Он просто проснулся, ему в голову пришла шальная мысль. Он просто открыл глаза, взял телефон, зашел на Авито, выставил свою машину на продажу. И через 2 часа в 9 он ее уже продал. Оттуда же сразу он взял, ну, на прокат машину, чтобы поехать из этого города в свой родной город. Это 350 километров. И там поехать в деревню. Он продает свою машину, берет машину на прокат, берет свою семью. Они едут в родной город, оттуда едут в деревню. И пока едут в деревню, попадают просто в жесточайшую аварию, где там он несся на скорости, и машина тоже неслась на скорости, и она поперек просто выезжает, там как-то, в общем, жуть полная. При этом вообще никто не пострадал, никаких проблем, просто с машиной там проблемы. В итоге ему пришлось, конечно, все это оплачивать. Там, наверное, большая какая-то сумма, я уж не знаю сколько. Но вот это вот что такое было? Это что за безумие? Понимаете? Это было затмение Солнца в Накшатре, в которой его Венера находится. Это была Ардра Накшатра. Что это за сумасшествие? Вот это называется затмение. Затмение сознания. Это называется авидия, невежество, карма Раху. Авидия это авидия. Что это такое? Как описывают йога-сутры авидию? Авидия это принятие не вечное за вечное,
несчастье за счастье, нечистое за чистое. То есть все наоборот. Вот это видение. Когда ты не осознаешь себя, вот что это такое. Мы не понимаем себя и не придаем себе значения, но считаем важным тело, которое существует какой-то короткий промежуток времени, и вещи, которыми мы обладаем, например. В общем, много где оно проявляется. То есть очень сложно описывать майю, ну, раху, и тем более майю, да, в полном смысле. Невежество — это чувство я делаю, да? Чувство вот это аханкара, я действующий. Я действующий, у меня есть такие-то желания, я получу выгоду вот от этого, я буду наслаждаться вот этим, я сделаю вот это, для этого я сделаю, для этого я сделаю вот это. Вот все, все вот это, видите, будущее, да, разворот. Я такой, я сделаю так, я получу то, все, планы, амбиции, действия. И вот накапливается от этого всего невежество, такое раху. И оно реализуется. Это вот осадок. И он копится. Он копится по-всякому. И вот этот раху, он проявляется по-разному. То есть иногда, да, если он с какой-то планетой, например, соединен, но это очень такой серьезный показатель. Это значит, что ну, как бы очевидно, да, что это значит. То есть после того, что сказано было, должно быть все понятно. Это значит, что все вот это, как бы, вот эта планета, с которой Раху соединился, через эту планету будет это невежество сильно проявляться. Результаты вот этого невежества. То есть что это за результаты? Это результаты... Сложно очень описать это. Это результаты, как бы видите, это, например, я хотел сказать просто, с одной стороны, это результаты жадности, да? Но с другой стороны, они и приводят тоже к жадности. Ну, это просто пример, да, вожделение, например, там, не знаю. Допустим, там, Венера с Раху. Венера с Раху означает сильный материализм. Раху это, как видите, Раху это материализм, как идеология, так скажем. Материализм в контексте вот типа, я... Да давайте, знаете что, вот я сейчас подумал... Сейчас я вам прочту. Я вам прочту главу из Бхагавад-гиты, которая называется «Йога развлечения божественного и демонического». Это 16 глава. Очень интересная глава, как и все остальные, конечно, великой Бхагавад-гите. Вот. Она небольшая, но слушайте. Благой Господь сказал: бесстрашие, чистота существования, утвержденность в йоге знания, раздача даров, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вед, аскеза, искренность, ненасилие, правдивость, негневливость, отрешенность, умиротворенность, незлословие, сострадание к существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, постоянство, энергичность, терпимость, стойкость, чистота, доброжелательность, отсутствие высокомерия. Всем этим наделен рожденный для божественной участи, о потомок Бхарата. О Партха, лицемерие, высокомерие, гордыня, гнев, грубость и невежество – качество, рожденного для демонической участи. Здесь невежество в оригинале звучит аджняном. То есть аджняном значит, ну, не, отсутствие знания. Божественная участь ведет к освобождению, а демоническая считается к рабству. Не печалься, Пандава, ты рожден для божественной участи.
В этом мире два вида существ – божественные и демонические. Божественные описаны подробно. Услышь, Партха, от меня о демонических. Демонические люди не знают ни деятельности, ни воздержания от деяний. Это в оригинале означает «правриттим ча невриттим ча», то есть «правритти» и «невритти». «Правритти» — то, что здесь переводится как «деятельность». «Правритти» — это значит, что ты что-то культивируешь. Например, тебе нужно заработать денег. Ты знаешь, как это сделать. Имеется в виду, что это честный, законный, благочестивый, разумный, целенаправленный, эффективный способ. Человек думает, мне нужно там на что-то там большое количество денег. У разумного человека что в ум сразу приходит? Он думает, надо взять суду какую-то, да? Он сразу понимает, так, я возьму, я там... Короче, ладно, не буду какие-то примеры выдумывать. Я сам не знаю, как эти все вещи делаются. Идея в том, что это праврити, значит, культивирование. То есть это именно культивирование. Поэтому называется здесь деятельностью. А невритти переводится здесь как воздержание от деяний. Невритти значит, ну то есть вритти как бы, да, разворачиваться значит, грубо говоря, разветвляться, да. Поэтому правритти значит как бы способствовать разворачиванию этому. А невритти значит останавливать, ну искоренять это разворачивание. То есть это отречение, угасание. Путем правритти нужно организовывать, поддерживать, культивировать и как бы так или иначе разрастается и увеличивается. А путем невритти, наоборот, чем глубже невритти процесс происходит, тем больше отсекается. И становится разнообразие все меньше, 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 меньше. Демонические люди не знают ни деятельности, ни воздержания от деяний. Нет у них ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, во Вселенной нет истины и основания, нет Бога, и возникла она ни от чего иного, как от взаимного влечения. Ее причина вожделения. Придерживаясь этих взглядов, малоразумные пропащие души появляются как враги Вселенной, совершая ужасные дела ей на погибель. Предавшись ненасытным желаниям, исполненные лицемерия, гордыни и безумия, придерживаясь в заблуждении неверных взглядов, они ведут нечистый образ жизни. Отдавшиеся бесчисленным заботам, которые прекращаются лишь со смертью, считающие высшей целью удовлетворение желаний и убежденные, что так и надо, связанные сотнями уз надежд, находящиеся во власти вожделения и гнева, они ради удовлетворения своего вожделения усердствуют в накоплении богатств незаконными средствами. Это получено мной сегодня. И то желание я тоже осуществлю. Это мое. И то богатство тоже будет моим. Тот враг убит мной. И других я тоже убью. Я владыка, я наслаждающийся, я преуспевающий, сильный и счастливый. Я богатый и высокорожденный. Кто еще равен мне? Я буду совершать жертвоприношения, раздавать дары, веселиться. Так говорят одурманенные невежеством. Сбитые с толку многими помыслами,
запутавшиеся в сетях заблуждений, занятые удовлетворением желаний, они падают в нечистый ад. Самодовольные, упрямые, опьяненные богатством и гордыней, они лицемерно и не по правилам совершают номинальные жертвоприношения. Отдавшиеся эгоизму, силе, высокомерию, вожделению и гневу, завистники ненавидят меня в своих и чужих телах. Их жестоких ненавистников, худших из людей, негодяев, я постоянно ввергаю в демонические лона, в круговорот рождений и смертей. Каунтея, рождение за рождением, попадая в демонические лона, глупцы, не достигнув меня, идут к низшему состоянию. Трояки – эти врата ада, губящие душу, вожделение, гнев и жадность. Вот это вот чистый раху. Ну и все, что до этого было описано. И здесь как отличительные такие корневые черты, да? Вожделение, гнев и жадность. Поэтому следует отказаться от такой триады. Человек, освободившийся от этих трех врат тьмы, совершает то, что для него благотворно. И поэтому Каунтея идет к высшей цели. Кто, игнорируя повеление писаний, живет по своей прихоти, тот не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Поэтому пусть писание является твоим мерилом в определении того, что надо делать, и того, что делать не следует. Зная установленные писаниями правила, ты должен совершать здесь действия. Он Татсат. Так в благих Шримад Бхагавадгиту Упанишадах, учении о Брахмане, писании йоги, беседе Шри Кришны с Арджуной заканчивается 16 глава, именуемая «Йога развлечения божественного и демонического». Вот это материализм, раху. Этого я убил, и то тоже убью, и я всего достигну, и я самый такой. И все вот эти вот амбиции исходят только от вожделения, гордости, гнева, жадности. Вот это энергия раху. Какими отличительными? То есть это все продукты невежества, это сам корень иллюзий, понимаете? То есть он, почему он выделяется вот так особо, да? Если мы сказали, что все концепт, как бы, майя, то есть логично по повествованию нашему выше, да, логично сказать, что майя – это вот концепция, да? А в таком случае майя – это тогда Меркурий, интеллект. Майя – это вот всякие другие различия, которые мы себе выдумываем. И это так и есть. Но почему именно раху мы называем вот как бы кармой вот этой, показывающей майю в таком виде, мы его рассматриваем? Потому что это как квинтэссенция такая. Это как вот прям ярко проявленные вот эти качества, такие, какие они есть. Вот если какое-то другое невежество, вот это майя, авидия, незнание, неведение, оно как-то где-то скрыто, может, незаметно, то в качествах раху вот этот вот демон, который тут описан, да, вот такое вожделение, да, гнев, вот, значит, я всего достигну, богатство, там, вот, вся вот эта дурь, которая была описана, все вот это невежество. Оно, во-первых, является квинтэссенцией, во-вторых, оно является как бы причиной. Вот, то есть раху это изначально, без вот этих всех квинтэссенций, да? Это неведение просто. Это все почему таким становится человек? Почему человек? Никто же на самом деле, ну, во всех один и тот же атман, во всех одна и та же чистота. Почему же кто-то хороший, а кто-то плохой? Потому что есть вот это неведение.
Человек неправильно понимает себя и неправильно понимает реальность. Он находится в опьянении. Поэтому раху он показывает иллюзию, обман. Обман. Человек в иллюзии находится, в обмане. Он думает, я вот это получу, и это для меня хорошо. И ради этого я готов там много чего сделать, даже если это что-то плохое. Потому что счастье именно вот в этом. В том, что мне надо. Такое вот вожделение. Поэтому раху это, ну и корнями это уходит в неведение вот это изначально, что ты не понимаешь себя, что ты душа, что тебе это все не нужно. Ну и так далее. То есть много чего можно сказать на этот счет. Но причина вот всех этих вещей в том, что есть изначальное вот невежество. Это изначальное невежество и зовется иллюзией, майей или авидией. И раху показывает этот принцип. То есть он везде, он что в самом начале этот принцип, вот когда только просто затмение произошло, что потом, когда под влиянием этого затмения что-то делается. Все действия последующие, это тоже будет относиться к категории кармы раху. Вот изначально не. Вот все, что исходит из этой как бы невежественной позиции, да. То есть, видите, если вы действуете с позиции Солнца, Атмана, то вы как бы получаете заслуги по Солнцу, да, например, придерживайтесь истины, долга, закона, ведете себя благородно, как душа, да. То есть атман никогда не умирает, он не боится смерти. Это царь, кшатрия, воин. Да, вот есть храбрые воины, которые отбрасывают смерть и совершают великие подвиги, да, умирают. Тела их, да, они лишаются жизни в ходе своих героических поступков. Это очень возвышенные действия. То есть почитайте какие-нибудь подвиги. Узнайте об этом, почитайте внимательно разные подвиги, которые совершали советские солдаты в период Великой Отечественной войны. Вы там такое прочитаете, что в шоке будете. Там такие подвиги люди совершали. Невероятная сила духа. Мы даже говорим, да, сила духа. Сила духа – не что иное, как солнце. И даже сейчас я об этом говорю, например. Это карма, связанная с этой энергией. Если вы этим, например, проникаетесь, восхищаетесь, понимаете, о чем речь идет, вы тем самым указываете, конечно же, этому определенное... Вас это солнце тоже резонирует. Вы как бы частичку своей души отдаете, да, я образно выражаюсь, отдаете вот как уважение такое, да, то есть это тоже солнечное качество, уважение, авторитет, да. Ну, в общем, в словах сложно описать. Идея в том, что на уровне энергии все это происходит. И даже просто вот если на таком уровне вы взаимодействуете, да, просто вот как-то осознаете величие этих героев, которые совершали эти подвиги во время войны, например, даже простым таким действием вы уже совершаете эту карму со знаком плюс, так скажем, по качеству вот этого солнца. Это к вопросу о энергии, да, и о том, как карма происходит. Но если вы действуете как-то ради солнца, то есть, видите, это жертвоприношение. Я упоминал это ранее.
То есть ты действуешь ради этого, ты жертвуешь ради солнечной энергии своим бытием. Конечно, солнце возрастает, увеличивается. Его качество в сознании. И то есть все, что ты делаешь в свете вот этой энергии солнца, вот даже вот такой пример, как сейчас был, просто слушаешь и как бы осознаешь величие вот этих великих душ. Даже такое простое действие, все, что делается в свете качества этой энергии, делается вот именно по линии, да, имеет природу вот этого графа, солнца в данном случае. И точно так же, если ты что-то делаешь в невежестве, раху, опьяненный чувством гордости, опьяненный жадностью, опьяненный вожделением, опьяненный вот каким-то таким иллюзией, обманом, невежеством. Это все тоже происходит в рамках качеств этого грахи, вот этого раха. Поэтому планета, например, с Венерой соединена, вот раху с Венерой соединен, может указывать на вожделение. И это означает, что эта комбинация в карте рождения возникла из-за уже имеющегося такого вожделения. То есть, с одной стороны, это... Ну, то есть, в общем, раху указывает на запутанность. На запутанность в мае. Понимаете? Вот, допустим, раху с Венерой соединился, он указывает, что есть запутанность в мае, связанная с показателем Венеры. Ты неправильно понимаешь истину. Ты считаешь вот это вот чем-то там... Ну, то есть понятно, да, о чем речь идет. Придаешь вот особую значимость вот этому, и как-то это затмевает твое сознание полностью. И вот ты, ну, там много всего, я говорю, слова очень сложно подбирать. Я надеюсь, уже это здесь не нужно, потому что мы как бы разобрались в достаточной степени, чтобы говорить на астрологическом вот одном языке, понятном для нас, где не нужно мне пояснять все эти вещи. Как-то их пытаться обычным языком сказать. То есть запутанность в мае. Планета, с которой Раху, например, соединился, указывает, с чем она связана и как. А с одной стороны, это уже есть. С другой стороны, оно способствует, чтобы это еще больше было, понимаете? То есть Раху, это у него такой эффект. То есть карма, связанная с тем, что ты жадный сейчас, связанный с тем, что ты изначально был уже жадный до этого, и поэтому теперь ты тоже жадный, и в будущем будешь только еще больше жадным. Вот такая вот эта страшная вещь, невежество. И единственное, что тебе может спасти, это прозрение, да? То есть ты должен понять, что это невежество, это искаженное восприятие реальности. Ты неправильно видишь это. То есть Раху, у него такие эффекты. Он является множителем, да, он очень много, это экспансия, он приумножается, больше. Сама его концепция, вот эта жадность, она об этом говорит, да? Надо больше, еще. Человек никогда не успокаивается. И чем дальше он идет, тем больше его в лес затягивает. Все глубже. Невежество. Мы до этого раньше упоминали это, я говорил. Что от этого может освободить? Кету. Только кету, противоположное направление. Просто отсечь и все, просто забудь, нету. Отрезал и все.
Поэтому кету – это показатель освобождения. Там нету ничего, понимаете? Это не духовный там суперрост, это не любые другие какие-то фантазии, которые можно придумать. Это просто холодное, вот это просто ничто, просто нет, и все. Просто было невежество, было, ты страдал, страдал, мучился, мучился, и брын, отрезал, и все. Я сейчас не говорю про какое-то конкретное событие, действие, период или еще что-то в этом духе. Я говорю просто про эффект кету. Например, если вы когда-то медитировали, старались действительно это сделать, возможно, вы это ощущали, эффект кету. Поэтому кету связывают также с медитацией, да, со всякими такими вещами. Да не только, давайте попроще даже возьмем, ну, как бы более бытовой пример возьмем. Вот кету это такая самскара, вспышка. Вот вы, например, живете себе, живете, абсолютно неважно, чем вы занимаетесь, что вы делаете там, абсолютно неважно, какой день, какое время года, вообще ничего не важно. Просто внезапно у вас в голове мгновенно раскрывается какая-то вспышка, картина, и вы мгновенно переживаете отголосок прошлого. Как вы там в детстве, не знаю, нюхали там запах там какого-нибудь там пирога черничного. Но абсолютно что угодно там, я не знаю, это может быть. То есть резкая такая вспышка в сознании, которая тебя отрезает от этой реальности на мгновение. То есть поймите, я и говорю не про память, не в памяти дело, не про память речь идет. Это я не про память говорю. Я говорю просто про эффект кету. Это мистический такой эффект. Иногда он может мистически, как интуиция проявляться, иногда как просто самскара какая-то. А пример с медитацией я хотел привести такое, что может так тоже быть. Например, если вы будете очень сильно хотеть и пытаться медитировать, то есть, ну, отстраниться. Отстраниться от мыслительного процесса, да, процесса восприятия, осознавания какого-то вот этого. И у вас это будет не получаться, потому что это не будет не получаться из-за раху. А то есть раху это то, что захватчик переводится раху. Раху это захватчик, так переводится. И он захватывает сознание, где он экзальтирует? В тельце, в чувствах. То есть сознание под воздействием невежества постоянно стремится к чувственным объектам. Оно постоянно хочет слушать, нюхать, пробовать на вкус, что-то видеть, чего-то касаться. Какое-то чувственное восприятие должно быть, это неугомонная безумная тяга. Непонятно, как это прекратить. Это просто безумие. И это постоянное разворачивание наружу. Будущее, еще. И в этом нет смысла, удовлетворения в этом тоже никакого нет, это просто невежество, просто раху. Если вы захотите это прекратить, вы будете двигаться в обратную сторону. Медитировать так, чтобы вот не выходить из себя, как бы, да? Чтобы сознание не выходило наружу. И у вас это будет не получаться, будет не получаться, будет не получаться, будет не получаться, но если вы очень долго будете пытаться, в какой-то момент кету возникнет. Он просто резко сделает такой дзынь, и на какое-то мгновение вы полностью отсоединитесь от всего. Вот это кету. Опять-таки, там нет ничего, это не что-то, ни о чем не свидетельствует, это факт просто. Это просто эффект. Это не связано ни с какой духовностью, это не связано ни с какими там еще другими причинами. Это единственная причина, это вот антипод как бы раху в контексте вот динамики. Если раху постоянно неугомонно куда-то, как маньяк бежит вперед, то кету он просто отрезает и ничего нет. Так что раху это вот такое затмение. Как мы начали и договорил, что затмение Луны, затмение Солнца, что более опасно.
Затмение Луны более эффектно, да, мы это чувствуем, переживаем. Вот у нас есть Луна, она была нормальная, а теперь она страдает. А затмение Солнца, ну, то есть затмение Луны – это манас, да, когда в уме что-то нездоровое, когда ты в уме начинается вожделение. Ты думаешь, я это хочу. И ты можешь даже понимать, что это безумие. Но ум будет кровожаден, вот такой вот маньяк какой-то. Ум в невежестве. А затмение Солнца опаснее, потому что оно хоть и незаметно, оно тем и опасно, что оно незаметно. Что ты, это подмена тебя самого. Это ложное чувство «я». Был атман, был атман. Произошло затмение, и ты думаешь, что дальше тоже атман происходит. Но это уже не атман, это уже ахамкара. Ложное чувство «я». Раньше ты был в истине, ты был такой, какой есть, это было истина так, как оно есть. А когда происходит затмение, ты за себя начинаешь принимать не то, чем являешься. Ты отождествляешь себя с этой какой-то целью, да, вожделенной. Ну или еще что-то в этом духе. То есть происходит иллюзия, подмена. Поэтому Раху – это террорист. Раху – это терроризм. Раху – это тот, кто хочет, кто совершает революцию. Раху скидывает царя с трона. Захватывает власть. Безумный Раху, революционер такой. Переворот, диверсия. Терроризм, захват. Вот это затмение, иллюзия. Обман. И это затмение, да, происходит в результате вот неадекватного восприятия действительности. Поэтому Раху – это вот эффекты шоковости, внезапности, неадекватности. А вот этот какой-то терроризм, захват, навязчивость, вожделение, безумие, будущее, экспансия. Вот эта тяга, стремление, какие-то амбиции непомерные. Дальше, какой эффект у Раху есть? Это все, что засасывает, затягивает. Вот посмотрите на свой Раху в карте рождения. И вы увидите, что эта область вас засасывает, как черная дыра в себя. И там, и эта область, где проявляется обман, там иллюзия, там невежество, там все-все вот эти качества. Поэтому нужно различать, нужно понять, что такое Раху по эффекту. Это очень важно как бы для безопасности собственной, так скажем, просто понимать вот реалии, в которых ты находишься. Даже вот просто это такие эффекты, это признаки прям, понимаете? Вот мне на ум пришло, вот вчера я видел там какие-то по астрологии, там что-то какие-то, вот как всегда вот в соцсетях, там какие-то объявления, рекламы, что-то в этом духе. И невольно анализ такой возник, что вот, ну, что по факту происходит? Происходит просто экспансия в стиле Раху. Какой-нибудь человек, да, кто-то, кто предоставляет услуги, вот, как он говорит, астролога, по сути, просто вот безостановочная экспансия какая-то, вот чем больше где-то вот какие-то, не знаю, рубрики, публикации, объявления, акции, какие-то там распродажи, там, не знаю, какие-то консультации, курсы, там, и еще, и так, и сяк, то есть, это все явные, ну, вот ты смотришь, это, ну, надо научиться видеть, как бы, эффекты, ну, как бы, энергию, грах, понимаете, надо научиться видеть грахи, и когда ты смотришь на это, ты видишь Раху, ты не видишь там астрологов, не видишь там объявлений всяких, там, предложений, ты просто видишь Раху, и тебе этого достаточно, понимаете? Поэтому нужно знать эффекты Раху. Вот такие вот экспансия, обман, вот засасывание какое-то, вожделение там.
ну и так далее. То есть видите, да? Сложно структурировать все, о чем мы тут говорили. Сложно увязать в какую-то схему. Вот. Поэтому, то есть, если вы сейчас в уме, ну, вы все хорошо поняли и услышали. Но если вы в уме попробуете сейчас отследить, вы тоже, как и я, устанете это делать и не сможете. Потому что как бы пространство восприятия интеллекта, пространство интеллекта как бы не хватает, чтобы это все захватить одновременно. Чтобы за один момент, вот так вот, за один ментальный акт как-то вот захватить, или даже за несколько ментальных актов это захватить и связать в единую цепочку вот все вот это, что связано с этим Раху, да, и майя, и невежество, и ахамкара, и его эффекты, и засасывание, и карма, которую он вот осадок выпадает, и в результате чего она происходит, и какой дальше эффект от этого происходит. Всякие-всякие вот эти вещи, то есть очень много всего. Поэтому надо просто в корне знать. Со многими остальными показателями в джотише точно так же. Я уже это говорил, что не хватает пространства внутреннего, чтобы захватить все это для интеллекта. Поэтому в этом какой-то смысл. В этом смысле есть... В этом смысле можно сказать, что даже это является неким таким предохранителем от этих попугаев, которые все вот это повторяют, выдавая это за свое знание какое-то, хотя сами ничего не понимают, просто что-то вот так повторяют. Потому что очень сложно описать любой параметр джиотиши, если взять, очень сложно сказать, что вот это вот так, так и так, и больше никак. Да? Очень, как бы, ну, если достоверно что-то говорить, это очень сложно сказать. Поэтому всегда говорится от изначальной точки. Если мы открываем классические тексты, например, Брихат Парашара Хора Шастра, то мы увидим там же просто все, да, там, типа, Меркурий — это речь, Юпитер — это удача, Солнце — это атман. То есть корневые какие-то значения даются там. И то даже за один раз не получается, да, приходится разбивать. Говорит, что вот в теле это вот это, да, он перечисляет, например, мудрец Параша. Там потом есть планетный кабинет, вот этот, так называемый. Что есть вот Солнце — это царь, Юпитер — министр, там. Всякие такие вещи. Потому что описать, как бы, чем более просто и изначально описано, тем это более полным является. Потому что все остальное является уже разворачиванием, и там чем дальше, тем больше. Это тоже принцип Раху. Это, Раху — это, по сути, принцип этой реальности вообще в целом. Чем дальше, тем больше. Да? Вот сначала живешь, вроде все нормально. Трава, деревья. Все нормально. Потом люди изобретают микроскоп, оказывается, что не только трава и деревья, а еще молекулы, там атомы, субатомы какие-то, там и то, и все. Теперь вот дошли до каких-то там еще более мелких там квантовых этих частиц. Там, глядишь, еще что-нибудь появится, и еще что-нибудь. И это бесконечный процесс. Дальше, дальше, дальше. Это движение в обратную сторону. Это движение не к истине. Истина, она наоборот, назад надо идти. К первопричине, к источнику. Откуда появились атомы? Откуда появилась материя? Откуда появилось вот это? И вот мы поднимаемся, мы доходим до пяти элементов. Мы видим, Земля растворяется в воде, вода в огне, огонь в воздухе, ветер в пространстве, пространство в звуке, вибрация, да? Ну, можно так сказать. Можно по-другому сказать, если идти строго метафизическим путем санкхи, то мы поднимаемся, видим там гуны. В итоге, кто таким путем исследовал реальность, древние мудрецы пришли к заключению, что две вот есть субстанции, выше которых уже не поднимешься, пурша и пракрити, сознание и материя. Но это только лишь даршан, это только лишь метод понимания. Это не значит, что это так и есть.
Потому что веданта то же самое сделает, но придет к первой причине и скажет, что нет, есть только одна единственная реальность, это Брахман. Потому что и Пуруши, и Пракрити этим Брахманом являются. Ну, то есть разные могут быть точки зрения. И дело не в этом. Нет смысла над этим раздумывать и спорить. Это все эти разные точки зрения нужны не для того, чтобы копья ломать и спорить друг с другом, а нужны для того, чтобы какая тебе нравится, просто прими и, приняв, пойми. И когда поймешь, тогда все вопросы отпадут. Неважно, каким уже путем ты придешь к этому пониманию. Так что это как принцип вот этого мира невежества, потому что этот мир является продуктом невежества. Поэтому Раху является вот наглядным примером этого мира. Постоянная экспансия, разрастание, да? То есть это как принцип в данном примере рассматривается. Даже если взять людей, да, население Земли там 1000 лет назад было таким, да? 500 лет назад еще больше, сейчас еще больше, в будущем еще больше. Постоянно вот оно, это как микробы какие-то, множится, множится, множится. Просто если бы мы все промотали от третьего лица этот зеленый шарик на быстрой перемотке, то мы бы увидели, что это просто, ну, как бы, что это вообще? Такой вот комбайн какой-то со своим странным механизмом, да. Для его регулирования есть время, которое на разные эпохи делится, да, где в определенный момент времени надо перезагрузку делать, растворение мира должно происходить, разрушение какое-то частичное, потом еще частичное, потом в итоге более полное. Потом Брахма спит, да? Ничего нет, полная перезагрузка. Потом опять. Но потом есть тотальное выключение компьютера. Это тоже есть. Так что все, что когда-то начинается, оно неизбежно заканчивается. Этот мир, эта жизнь началось, и оно закончится обязательно. Потому что это невежество, это иллюзия, это майя. Это не может длиться вечно. Если бы это длилось вечно, оно бы никогда не возникало. Оно бы всегда было. Но оно когда-то возникает. Если бы... То есть твоя жизнь длилась бы вечно, она бы никогда не возникла. Но она в какой-то момент возникла. Так вот, точно так же, как она возникает, точно так же она и пропадает. Это же логично. И как она возникла тогда? Отследите, отмотайте назад. Как ваша жизнь возникла? Никак. Просто призрачный бред какой-то случайно проявился и происходит. Точно так же он призрачно растворится. В этом нет никакой проблемы. Просто ты начинаешь за это цепляться, вгрызаешься своим интеллектом и концепциями в это вот все, потому что у тебя есть, ну, невежество, то есть раху, причина всего этого. Ты чего-то желаешь, вожделеешь, жаждешь, с одной стороны. С другой стороны, чего-то боишься, смерти какой-то мифической. И это все является невежеством, неведением. Ты не понимаешь реальности. Это правда, это так и есть. Мы не понимаем ее. И это состояние называется неведением. Хитрый ход заключается в том, что если ты не понимаешь и находишься в неведении, то это само по себе является неведением. Но если ты распознаешь свое неведение, это называется правдой. Таким образом, очень простым шагом можно мгновенно выйти из неведения. Распознай свое неведение, и оно исчезнет. Логично.
Если отследите эту мысль, поймете. Все очень логично. И так оно и есть. Вот поэтому это называется майей, то, чего нету. Пока ты не замечаешь, есть. Как только замечаешь, оказывается, что ее нет. Замечать вроде бы и нечего. Так, ну хорошо, вот мы вроде разобрали наконец этого Раху. Мы затронули Юпитер. Что такое? Оказалось, это, да, достаточно просто. Тут уже что угодно просто после Раху. Юпитер, понятно, Сатурн, понятно, да, я думаю. Ну, если непонятно и надо освежить в памяти, то вы эти уроки посмотрите там еще раз про Юпитер и Сатурн. Вот и Раху. Даже Кету немножко тоже затронули. Но это уже хорошо, что мы это прошли. Но давайте завершим тем, что быстро, может быть, посмотрим какой-то пример. Скиньте какую-нибудь карту, и на предмет того, что мы проходили, мы попробуем посмотреть, что-то понять. Без особых, надеюсь, сложностей. Марта. Родилась в марте, да, наверное. В сентябре. Так. Ну кто это? Что это? Раху с Венерой, да, специально по заявкам прислали. Ну так кто? Чья эта карта? Девушка моего сына. Хорошо. Так, сейчас я демонстрацию включу. Видно? Хорошо. Ну да, тут прям показательно, да, тут и Раху, и Сатурн, и Юпитер, прям они жирно выделяются. Вот вы можете даже заметить, так вот, спокойно, вот, просто не включайте интеллект, вы знаете, что такое планеты, и вот просто так вот посмотрите, и вы сразу увидите, что тут Сатурн, Юпитер, Раху, Венера. Ну, как бы Сатурн, Юпитер, Венера, да, они даже ретроградные обе. Все, то есть, втроем. То есть, вот все, вот эта область, Сатурн, Юпитер и Раху, все, что мы рассматривали, они прям вот выделяются. Вот это прям то, что самое важное. А все остальное, оно как будто бы и вообще не важно. То есть, такая, понимаете, потому что все остальное, это легкая как бы карма. То есть, планеты, они двигаются, там, Сатурн, один знак проходит за 2,5 года. Это просто гигант. 2,5 года. Это тяжелейшая карма. Поэтому это и планета судьбы. Юпитер. Один раз в год. Да, Джива живет, опыт набирается. У нас каждый раз Новый год. Даже у нас взросление мы отмечаем. Да, вот типа этот, с днем рождения. Да, говорим. То есть ты стал там, как в детстве там детей иногда поздравляют, вот еще на один годик ты стал там мудрее, там старше и все такое. То есть растет живо, да?
То есть, видите, все живет в соответствии с графами. Сатурн, Юпитер, судьба. И Раху вот это невежество. А остальное, да, то есть, ну, Луна 2,5 дня, Солнце 30 дней, Меркурий там тоже, да, около 30, чуть меньше. Марс там чуть больше 30, Венера около 30. То есть все такое, это легкая карма, как бы она, ну, это более легкие грахи. Это не значит, что они не могут играть существенную роль. Они могут играть существенную роль, но должно быть очень огромный акцент. Там планета должна управлять Лагной, Навамшей, там, Луной, не знаю, еще чем-нибудь. Чтобы вот, то есть очень много должно факторов на такую легкую планету прийти, чтобы эта планета легкая сравнилась по тяжести с Юпитером или Сатурном. То есть это очень весомые, вот самые важные графики, поэтому мы их разобрали первыми. Показатель судьбы. Вот. Ну что, тут все понятно в контексте, что, ну, смотрите сами. То есть я даже не смотрюсь, не думаю, даже мысль даже не поворачивалась, что тут конкретно есть. Мы просто видим сразу, что Раху с Венерой сразу видно. У нас Венера жирной точкой, правильно? Венера управляет Лагной. Это значит, все то же самое. Опять жирная точка на Венере. Венера, то есть, прям номер один здесь. И что мы дальше видим? Сатурн и Юпитер, показатели судьбы, в седьмом доме находятся. То же самое, что Венера. Венера управляет Лагной, она соединена с Раху, Сатурн с Юпитером в седьмом доме, и Лагна тоже седьмая. Но вот все же очевидно, правильно? Когда я говорю, что все очевидно, я не имею в виду что-то, что осталось невысказанным за скобками. Вот именно то, что я произнес, это и является очевидным. И этого достаточно. Достаточно, чтобы понять, на чем расставлен акцент. Так ведь? Это просто существо, которое затянуло это, затянуло возможность опыта и взаимодействия в этой жизни с противоположным полом. И все. Тут нету даже никакой кармы сверх этого. Ну, я очень утрированно говорю. Почему? Потому что как бы, как вам объяснить? Давайте два параллельных фактора берем. Первый фактор – Раху с Венерой. Второй параллельный фактор – Сатурн с Юпитером в седьмом доме в Овне. Овен означает начало нового. Овен означает рождение. Овен означает эго также. То есть эго находится в седьмом доме. Юпитер с Сатурном, находящиеся в седьмом доме, именно составляют эго. Все сводится к седьмому дому. И Лагна тоже седьмая. То есть семерка. То есть противоположный пол, противоположный пол, противоположный пол. И это начало нового. Начало нового автоматически означает, что до этого было обнуление. Нету кармы, как вы понимаете. То, что Сатурн с Юпитером в седьмом доме стоят, за этим нет ничего. Даже Сатурн – это показатель времени, он там стоит в Овне. То есть, это значит, нету времени, как бы, ну, с нуля начинаешь. Но почему тогда у тебя Сатурн с Юпитером в седьмом доме? Почему у тебя Лагна седьмая? Почему у тебя седьмой дом так затягивает, если у тебя никакой к этому кармы нету? Ну, и опять-таки повторяюсь, я очень образно выражаюсь, без всяких там этих.
дотошностей конкретных. Очень образно, общими словами. Почему у тебя, если у тебя начало нового, первый знак, нету кармы, и там даже стоит Сатурн, как бы, ну, то есть Овен, он автоматически указывает на обнуление, понимаете? Это единица. До этого было 12, а теперь опять единица. И там находится Сатурн, время и судьба, и Юпитер, заслуги и Джива, и опыт жизни. То есть начало нового, новая эпоха, новый этап, понимаете? Новая жизнь, как бы, в контексте вот существования в космосе. И даже Навамша, даже Навамша вовне. А Навамша, как известно, ну, этого просто достаточно, что это новая жизнь, как бы новое существование вовне Навамша. Лагна, Овен, как бы. Но можно еще к этому добавить, что Навамша даже сама по себе является этим. Карты, сильно связанные с противоположным полом, да, с семейной жизнью, такими вещами. И, то есть, если Навамша как карта отношений, ну, как бы карта вот взаимоотношений, взаимодействий, то в этой карте отношений Лагна – Овен. А в обычной карте она в седьмом доме, то есть Овен в седьмом доме. Если мы посмотрим дальше в Навамшу, я отвлекся на Навамшу, ну ладно. Если дальше в Навамшу посмотрим, где у нас Солнце находится, Атман, тоже в седьмом доме. То есть отождествление с этим седьмым. То есть, как изначально мы и говорили, 7, 7, 7, 7, 7. То есть тут просто полный крышеснос. Полный крышеснос по противоположному полу. Даже титхи рождения Кришна Четурдаша, проблемные очень титхи, даже титхи управляются Венерой, понимаете? Поэтому после всего этого неудивительно, что Венера соединена с Раху. И если пойти дальше, она соединяется в знаке рак. Рак – это сердце, эмоции. Так что мы можем понять, что то есть человеку хочется вот этой всей романтики какой-то, да, любви. Там как бы все вперемешку, там понятно, там, это просто неведение раху. Там и вожделение, там и фантазии какие-то, и грезы, романтизация, идеализация. Фантазерша девушка, правильно же, Татьяна? Но вот именно в таком вот личном эмоциональном взаимодействии, да, может, со стороны она может выглядеть по-другому, да, такая, может, у нее Солнце там в 11-м доме во Льве, там Луна там же, Меркурий, она такая вроде статная, умная и все такое, но как только рот откроет, сразу понятно, что это такая болтушка, которая такая, ой, там ля-ля, все так здорово. И все такое. Да, болтушка. Но у нее даже вот Марс во втором доме. Да, Марс это как бы энергия такая. Активность, да. И второй дом речи. Вот, ну то есть, ну как бы тут дело-то не в болтушке. Я пытался просто описать, что как бы снаружи она может выглядеть как-то по-другому, но как только рот открывает, ты сразу понимаешь по речи, что этот человек просто летает в каких-то там вот в своем раке. А в раке там Раху с Венерой. Раху с Венерой — это не только вот эти все чувственные какие-то вожделения, да, и так далее. Это значит, что вот есть Венера, это эмоциональное вот это сердце, да, это любовь, там, грезы, ну, как бы, как сказать. В общем, это эмоциональная активность в жизни, эмоциональная реакция также. А Раху, он эту вещь экзальтирует. И это еще и все в водном пространстве рака происходит. То есть добавляет абстракции, грез, чувствительности, фантазии. И получается, что Венера очень экзальтирована становится. Она еще и ретроградная, то есть она очень сильная. Ну, очень сильная, имеется в виду, что она не сильная здесь. Но имеется в виду, что она под сильным, как бы,
она очень сильно влияет на психику индивида. Прям очень сильный захват сознания происходит. Так что неудивительно, что, то есть, ну, возвращаясь к тому риторическому вопросу, а почему же так, если обнуление, если Овен, начало нового, да, почему именно седьмой, почему именно семь, почему именно противоположный пол? А потому что Раху такой. Потому что Раху с Венерой. Потому что Венера хочет Раху, Раху хочет Венеру. Потому что сознание под сильным впечатлением находится. Вот что тут происходит. Я вот это пытаюсь объяснить, что сознание находится под сильным впечатлением от возможности в этом мире и в этой жизни взаимодействовать с противоположным полом во всех смыслах, во всех параметрах, во всех возможных активностях. Поэтому и встает Сатурн с Юпитером в седьмой дом. И указывают на свои определенные вещи. То есть Юпитер хороший, но в Навамше мы видим, он экзальтирует и в четвертом доме. Это очень хороший показатель, указывающий на склонность именно вот к традиционному. То есть четвертый дом в Раке, ну и Юпитер. То есть это прям максимально традиционный стиль, благочестивый. Это очень хороший показатель. То есть Юпитер хороший, Джива хорошая. Джива хочет как бы прям вот как надо. То есть домашний уют, семья там, я готовлю там на кухне, там, не знаю. Ну, тут больше про комфорт, как бы все вот это, что вот обустроить жилище, как-то вот все, белые чистые занавески там развесить везде, не знаю, там. То есть вот как бы сделать вот, быть такой вот идеальной Золушкой. Но для Золушки Сатурна не хватает. Потому что Золушка должна служить, быть ответственной, знать свои обязанности и уметь пренебрегать собой. Это значит, что нужно быть достаточно, ну, как бы пренебрегать собой, значит, что как бы, ну, служить, как бы ставить интересы тебя превосходящие выше тебя. Ну, то есть превосходящие твое эго. Ну, то есть, типа, интересы семьи, интересы другого человека, да? Ты их ставить должен выше себя. Это называется зрелостью. Это качество Сатурна. А Сатурн здесь ему просто не хватает. Он обнулен, и у нее не хватает опыта. У нее Джива многое хочет, и в Навамше Солнце, ну, я про Навамше сейчас говорю, то есть Джива Юпитер амбициозен в экзальтации, в четвертом доме. Диспозитор даже из четвертого дома идет в Лагну. Это значит, что это я прям, ну, то есть прям очень сильное отождествление энергии четвертого дома с Юпитером и Раком идет в голову, в первый дом, в Навамше, в Овен, личность, я, новая жизнь, обнуление. То есть здесь душа, она прям очистившаяся. Она в прошлой жизни страдала, скорее всего. Мы можем посмотреть от девятого дома обычную карту, если перепроверить это. Ну, сначала, почему я такое предположение делаю? Потому что, ну, это видно по Сатурну в падении. Как бы, ну, это как обнуление такое, да, я сказал. Ну, типа чистка, грубо говоря, случилась, теперь обнуление, начало нового. И это все еще ни о чем не говорит, но вот у нее ситхи Кришна Чатурдаши. Кришна Чатурдаши — это вот как раз такой ситхи, связанный вот с темными мирами, как бы. С такими не самыми приятными местами для существования. И в этой связи мы видим, что Карана Вишти. Вишти Карана ядовитая, значит, какой-то еще остаток ядов остался. И он в Сатурн входит и в седьмой дом. То есть Джива устремляется в седьмой дом, Юпитер, идет в седьмой дом. То есть, ну, есть, короче, вот это вожделение к Венере. Хочется Венеры, да, Раху хочет Венеры, надо Венеру, Венеру, Венеру. Вот. Бзик прям есть в сознании. Ну, еще раз говорю, это именно все вот так, как я описал, что человек находится под сильным, точнее, сознание, Пуруша, как бы, да, сознание находится под сильным впечатлением от
того, что в этой жизни и в этом мире возможно контактировать и взаимодействовать с противоположным полом. Это просто крышу сносит человек. Он просто думает, вау, вот это да, так можно жить, можно взаимодействовать с противоположным полом. И это как бы, ну, опьяняет человека. Он, ну как, это невежество, это вот и есть это траху, да, иллюзия. То есть он просто ставит это на первое место. То есть ему, ну, крышу сносит, как я сказал. То есть очень сильное эмоциональное впечатление, очень сильно глубоко. Даже у нее от Макарака Венера, видите? Макарака Венера. А Аматия Карака, да, это Сатурн. То есть Аматия Карака, Атма Карака это царь, а Аматия Карака это тот, кто этому царю помогает достичь целей, которых этот царь хочет. То есть если Атма Карака Венера, значит я хочу Венеру, да? И при этом если Сатурн Атма Карака, то он говорит, тогда я тебе помогу это сделать. А Сатурн это вот ну тут много, я не знаю сейчас, как вам упростить. Сатурн еще в Аштаманше, в Бахаране, в четвертом паде. Это страх смерти. Страх смерти и неудивительно. Ну я говорю, у нее точно в прошлой жизни какая-то беда была, вот жуткая она какие-то в аду в каком-нибудь была, что ли, я не знаю. Ну, я утрирую отчасти, но какая-то жесть была, потому что, ну, видно, остаточный, то есть осадок очень сильный. То есть, видите, у нее Кришна Четурдаша, его называют по-другому, просто чтобы вы понимали, Нарака Четурдаша. Нарака – это ад. Ну, вообще, Нарака означает «не человек», как бы нечеловеческое что-то. Нечеловеческое, да, страдание, грубо говоря. А сам Титхи Четурдаша управляется рудрой. И этот Титхи способствует, ну, это Рикта Титхи, пустой. И это очень печальный Титхи. Он заставляет человека плакать много и страдать много. Есть такое, Татьяна? Вы в курсе? Много эмоциональных страданий, плача, как бы истерик, сумасшествия. Тем более Венера, которая управляет Четурдаши Титхи, соединена с Раху. То есть очень много эмоционального вот этого бзика какого-то. Чрезмерный акцент на Венере. Вот. То есть Четурдаши Титхи – это Титхи, который… Титхи – это фактор, связанный с эмоциональным взаимодействием с другими. Ну и с этим миром вообще окружающим. Поэтому как бы... Ну, короче, ладно, не буду углубляться в тему Четурдаши Титхи. Но управляет им Рудра, это как бы такой Титхи проблемный, то есть болезненный. Много придется пореветь. Ну, вообще такой Титхи страдальческий, так скажем. Не способствует к счастливой. К счастливому состоянию эмоциональной этой Титхи. Ему управляет Венера. И она находится вместе с Раху в знаке Рака. И это все взаимосвязано здесь. Целую картину рисую. Вот, в общем, ладно. Титхи Четурдаши, это уже Нарака Четурдаша, Карана Вишти, который Сатурн управляет. Вишти, значит, остаток яда какой-то есть. От этих Титхи, то есть Нарака отработали, да, Четурдаши, но остался Вишти, какой-то осадок ядовитый остался. Этим ядовитым осадком управляет Сатурн. И этот Сатурн в падении. Сатурн – это время и смерть. И он в падении. И он в Аштаманше, Бхаране, который управляет Ямарадж. И это Накшатра смерти тоже. И четвертая пада Бхаране – это Аштаманша. Это значит, что если мы от этой точки проследим восьмой знак, попадем в Скорпион. И если в этом месте в Навамше находится эта планета, то это Аштаманша. И вот Сатурн как раз в ней находится. Видите, в Скорпионе в Навамше. То есть восьмое место. Аштама-Амша. То есть восьмая часть.
И аштамамша бхарани означает страх смерти за наказание какое-то. То есть это всегда хитросплетение тем секса, сексуальной активности в жизни, вот так, сексуального опыта в сознании, просто как данность, что вот есть вот сексуальное удовольствие. Это раз. А второй момент – это страх смерти и ее неизбежность. И между этими факторами секса и смерти встает связующее звено – это наказание, дхарма, закон. И вот это создает узел. Сексуальность, смерть, там еще творчество. Да, кстати, она творчество, как насчет этого? У нее и как бы бхарани накшатра, это с творчеством связано, управляемо Венерой, кстати. То есть Венера, то есть Сатурн находится в накшатре Венеры здесь. Да, творческое рисует. То есть и Рахус Венеры, и бхарани накшатра. Вот это тоже, то есть элемент творческой натуры туда входит. Вот. Но смысл в том, что вот этот страх смерти, откуда-то же он взялся, да? Остаток такой есть. Вот. И... Так, ну и, короче, уже не знаю, о чем мы тут рассматриваем, про что говорим. Вот, я тогда от девятого дома открываю. Меркурий горит. В прошлое, если от девятого дома прошлая жизнь, то это лагна. Она горит от солнца, то есть наказание какое-то. Пурвабхалгуни, плоды качеств. Опять сексуальность, потому что Пурвабхалгуни венерианская, опять-таки, накшатра. То есть, видите, у нее все вокруг Венеры. Раху с Венерой, Сатурн в накшатре Венеры, Солнце в накшатре Венеры, Меркурий в накшатре Венеры. Меркурий при этом горит от Солнца, но это другая немного история. Но если это другая история для данной карты, где лагна в весах, а если от прошлой жизни, от девятого дома смотреть, то это уже не другая история, это очень важный момент, потому что здесь управитель лагна горит. А это очень жестко. Я сегодня говорил, что это такое очищение, да, такое сжигание как бы. И вот поэтому в Навамше мы имеем солнце в падении. То есть в прошлой жизни пострадала, и жизнь заставила упасть к земле. И эго оно упало. Поэтому она теперь в противоположном поле ищет защиту, поддержку. То есть она боится очень сильно, вот этот человек. Даже если она сама этого, может, так не выражает и не понимает, и вслух не говорит, то внутри она себя чувствует сильный страх. Страх наказания, страх смерти. И здесь появляется в этой жизни искушение в виде сексуальных удовольствий. И она чувствует, что для нее это как бы типа запретно. То есть, ну, она чувствует, что это как бы греховно. Но она чувствует, что вроде так интеллектуально, вот вроде ничего страшного, да? Но внутри чувствует, все равно говорит, что нет, не можешь ты наслаждаться. Не дам я тебе спокойно наслаждаться. То есть ты можешь смотреть там по телевизору, как там все мальчики с девочками там танцуют, наслаждаются. А если ты так попробуешь, то есть ты можешь видеть интеллектом, что все нормально, но если ты так попробуешь, тебе, ну, в общем, внутреннее чувство, оно прям подсказывает, что типа нет, нет, нет. Потому что так и есть, потому что Сатурн в падении. Я не знаю, улавливаете вы тут, о чем я все это говорю, или нет, потому что я так перепрыгиваю. Я начал с Солнца в этом седьмом доме, что эго, оно там защиту ищет.
Вот, просто много всего. Но если резюмировать, как-то попытаться обобщить. То есть, видите, Пурвабхалгуни. Да, Меркурий от Солнца горит Пурвабхалгуни. Пурвабхалгуни означает плоды качеств. То есть ты это заслужил. И эта накшатра венерианская, ее характер угра жестокий, символом ее является ложа для удовольствий. Поэтому она связана с сексуальными всякими темами тоже. Ну, как бы тут не то, что сексуальными, а сексуальными ее делает этот символ, то, что и Венера еще управляет накшатрой. Но смысл не в этом, а смысл в отдыхе. Как бы. Ну, как сказать? Приятное что-то, да, это прия. То есть этот прес, да, вид блага, который прес называется, то есть приятное что-то. Вот, и так, в общем, ладно. Просто, ну, карта понятна, да, стала, и можно долго поэтому говорить про нее теперь. Но идея в том, что есть очень сильные самскары из прошлого, связанные со страданием. Человек очень сильно через страдания очищался. И несмотря на то, что его поелозило так, как следует, может, даже не то, что несмотря, но так или иначе, сейчас, на данный момент, мы имеем тягу к Венере. Если мы посмотрим на Вамшу, то мы увидим, что душа, атман, то есть она прям готова, она прям хочет хороших, семейных, благочестивых отношений, хочет хорошей семейной жизни, вот быть, то есть хорошей женой, хорошей хозяйкой, вот это в первую очередь. Потом уже хорошей, может, мамой, все-таки Луна там в Лагне, и Юпитер в Раке, и все такое. Но это здесь не на первом месте. На первом месте быть хорошей хозяйкой. Вот у нее это есть. Это чувствуется? Да, очень. Ну вот, у нее, то есть, на первом месте быть вот хорошей хозяйкой, там, женой, все такое. И она прям готова. У нее, да, мечтает о своем гнездышке, да. То есть у нее прям, это сильно видно. Она прям готова. У нее в Навамше Луна в Лагне, да, такая мама, как бы сразу в Овне, да, типа эго. То есть это все, у нее начало нового, у нее прям новая жизнь, она прям. Это новая веха такая в ее сознании. Новая веха не в смысле, что это какой-то этап эволюции, а новая веха в смысле, все, у нее обнуление очень сильное произошло, но оно все-таки произошло, но остался Вишти Карана, Сатурн, который управляет, то есть яд остался все равно, какой-то яд есть. Но этот яд, по сравнению с тем, что она пережила в прошлом, вообще ничтожен, поэтому он ее сильно не беспокоит. Ее яд, которым управляет Сатурн, больше выражается в том, что она боится смерти. У нее очень сильная самскара вот этих страданий. И она очень боится загробной всякой жизни. То есть она для нее загробная жизнь — это чернота, смерть, какие-то мытарства вот эти всякие, адские какие-то существования. А она поэтому хочет в противоположную сторону, в уют, в комфорт, счастье, семья, все вот эти дела. И ее благочестие ей это позволяет. Это видно в Навамше, Юпитер в экзальтации в четвертом доме. То есть она готова, она может, она согласна свое эго отдать в седьмой дом, в падение, в весы. Она говорит, нет у меня эго, не хочу, я там, жена там, и хоть служанка, золушка, как кто угодно, только вот пусть все будет хорошо. Я не хочу эго. То есть это очень хорошая позиция. Единственный нюанс, вот, что у нее недостаточно для этого зрелости сатурнианского, вот этого качества. Но это как бы не проблема в таком глобальном контексте здесь. То есть это не фатально здесь. Это здесь скорее роль для нее играет. Но это по судьбе так и должно быть, потому что
Сатурн управляет Вишти Карной, и Сатурн управляет Вишти Карной, и в этой незрелости, Сатурн в падении в седьмом доме, в этой незрелости как раз и заключается вот эта Вишти Карана. То есть это и есть фактор, через который остаток негативной кармы будет отрабатываться, то есть благодаря ее этой вот незрелости. Но незрелости в данном случае означает, как бы, что у тебя есть желание там к семейной жизни, да, есть там, ну, всякое такое, но ты как бы не представляешь на самом деле, что это такое. То есть вот когда ты начнешь там пеленки менять, да, и там вот это все, не спать там, да, все вот тут, как бы, женщины с детьми прекрасно понимаете, о чем я говорю, да, вот когда ты столкнешься с реальной вот этой ответственностью, тогда ты поймешь вообще, чего ты хочешь. А сейчас ты в фантазиях летаешь. То есть вот этой сатурнянской практичности, да, такой какой-то строгости не хватает, это немножко будет выклинивать. Вот. Но у нее этим Сатурном управляет Марс, он идет в Скорпион и в свой собственный знак. И таким образом он, управляя Сатурном, он укрепляет его положение, находясь в своем знаке. Это что означает? Это означает опять все то же самое, что прошлая память, это Скорпион в данном случае, Скорпион, в котором находится Марс, который управляет Сатурном, это тот же, как бы, эта энергия Скорпиона в Навамше, это именно то место, где страх смерти с Сатурном находится, который при этом в Навамше 12 от 9, то есть грехи прошлого рождения, да, ну, в общем, вся та ситуация, какая-то страдание какое-то. И этот Марс в Лагне, он именно поэтому и укрепляет, ну, не в Лагне, а в этой, в основной карте, он именно поэтому и укрепляет этот Сатурн, что Сатурн слабый, ну, как бы незрелый, да? И ты сталкиваешься с реальными проблемами, и ты такой понимаешь, что ой, как это все тяжело, плохо, там, и все такое. Но управитель этого Сатурна, Марс, находится в Скорпионе. Скорпион — это щель, это скрытые вот эти вот из прошлого, да, всякие пауки, страшилки. И он там в своем знаке находится. Он храбрый, смелый воин, Марс. И он как бы напоминает, что типа, ну, как бы могло бы быть и хуже. То есть ничего страшного. То есть подсознательное вот это, да, чувство, скорпионье чутье, оно подсказывает, что... Ну, на самом деле это все вот из прошлых вот этих идет, прошлых страданий. Из прошлой вот этой какой-то чистилища вот этого какого-то, где она там ад весь этот отработал свой. Поэтому теперь ей это все вообще цветочки на самом деле. Вот. И Навамша, в ее случае Навамша, то есть если вы хотите понять ее, что это за девушка, вам надо смотреть на Навамшу. А Навамша у нее хорошая. То есть ее Навамша вот именно такая, как мы описали. Готовая к семейной жизни, Юпитер в экзальтации в четвертом доме, им управляет Луна, которая идет в Лагну, Солнце идет в седьмой дом, это, конечно, есть, дает некоторую, ну, слабость характера, которая будет давать расстройство определенное, там, да, недостаток солнечной энергии, это означает, вот, ну, периодические признаки пессимизма. Но это не что-то, это просто мелочи, как бы, ничего такого. Просто, ну, расстройство обычное эмоциональное. Просто не хватает солнца. Она поэтому идет в седьмой дом, что у нее не хватает солнца. Я говорю, ее эго прижали, прибили, как бы, помучили. И вот она теперь такая, как бы, ой, все, я ничто, никто, боюсь, ничего не хочу, хочу в седьмой дом. Седьмой, четвертый, там уютное гнездышко, вот, закроюсь там и меня не трогайте. Грубо говоря, так. И Раху у нее идет в Навамше в девятый дом. Это значит, что стремлюсь к правильному, хочу правильно. И управляет им, этим Раху с девятым домом, Юпитер, который потом в четвертый дом экзальтировать идет в семейную жизнь.
хозяйство, вот это все. Вот Венера в 11 доме. Все то же самое, да, желание Венеры вот этой. Но она также указывает в 11 доме, в Водолее указывает, что так оно и будет, и будет результат получен, который хочешь. То есть, и все хорошо, как бы. То есть, ну, в целом, если она будет... То есть, единственная у нее вот проблема Сатурн в Скорпионе, в Навамше, который там находится, потому что это Аштамамша, которая указывает на боязнь вот это согрешить. И, как сказать, это ее воспитывать будет. Это Сатурн ее так будет воспитывать в качествах Сатурна. Чем больше она будет... То есть у нее просто двоякая, видите, ситуация. У нее с одной стороны Раху с Венерой, она хочет Венеры, она туда стремится. С другой стороны есть Сатурн, который говорит, а-та-та, мы тебя расчленим. Что-то такое страшное. Ну, я специально так говорю, что там прям именно такое, что тут прям боязнь каких-то вот прям ужаса ада, что-то такое. И вот она между вот этими двумя вещами как бы существует. И с одной стороны Раху, а Раху безумный просто, с Венерой ретроградный, там тянет туда, да? А с другой стороны Сатурн вот этот. И он в падении в обычной карте. Он как бы недостаточная вот эта у него сила. И чтобы эта сила возникла, ей все, что нужно, это следовать этому Сатурну, то есть слушаться. И он так через страх он душу так воспитывает. Постепенно она перестанет бояться. Периоды надо посмотреть. Вот сейчас у нее Венера, да, как раз. То есть неудивительно, да, что она там вот в отношениях, там все вот это у нее. Вот, потом Солнце тоже, да, Наванш в падении, с Марсом Лагнешин, диспозитор Венеры идет сюда, отсюда Сатурн идет сюда. Ну вот у нее вот этот узел есть, на Сатурне, который завязан, то есть который ее будет воспитывать. Все, тут больше нечего сказать. То есть вот ту данность, которую я писал, вот так и есть, и дальше смысла нету никакого. То есть есть факт Венера, я стремлюсь к Венере, у этого есть психологическая обоснованность, обусловленность из-за прошлых каких-то страданий. Конечно, тебе хочется к Венере. Что еще тебе хочется? Тебе хочется приятного, как бы, чтобы все было хорошо. Это логично. Есть нюансы, что есть остаток вот ядов каких-то, да, там. И Венера Четурдыша управляет, и Карана Виште. А, ну тут и Венера в Аштамамше, да. Венера в Аштамамше, ну это все вот одна и та же песня, вот эти грех, связанный с сексом. Ну да, вот у нее Венера Аштамамше и Сатурн Аштамамше. Сатурн в Бахаране, у которой символ вагина, если что. А Венера в Ашлеше, ядовитый, в Камападе, то есть удовольствие. Аштамамше Ашлеше это... Сейчас я скажу, наверное. Ну, Аштамамша, да, Аштамамша Ашлеша – это когда тебя, твои чувственные удовольствия, в первую очередь сексуальные, змея Ашлеша управляет, и это вот такая вот инстинкт переплетаться. Ашлеша – значит объятие. Вот желание вот обниматься. Вот как змея вот обвивает что-то, вот как змеи вот, если найдете фотографию, как спариваются змеи, они вот переплетаются, тогда они вот кайфуют как бы, да, от вот этих тактильных ощущений, как они вот там друг друга обвивают, там ползают друг в друге, да, как бы так вот.
Вот этот инстинкт наслаждаться, он ведет к саморазрушению. Вот что такое аштамамша, ашлеша. И тут две аштамамши. Это серьезно очень, две аштамамши. Аштамамша Бхарани, которая указывает на страх смерти из-за грехов, в первую очередь, ну, связанных с сексом. Я не помню, мы с вами читали или... Ну, по-моему, мы это проходили на Виджняне, как минимум. Вроде бы. Мы это проходили, наверное, на Виджняне, но мы точно это проходили в Накшатрах, где мы читали из Ригведы описание как диалог между Ямой и Яме. То есть Ямарадж и его сестра Яме. Как его Яме соблазняет. То есть это все тема Бхарани. А, я это отдельно даже публиковал в группе, можно найти. Что вот Яме, его сестра, и она говорит, ну давай, вот как бы мы с тобой будем туда-сюда кататься, как колеса колесницы. Я хочу от тебя детей. А он ей говорит, что мы с тобой не можем, потому что законом предписано, что мы родственники. Ты мне сестра, и я не могу так сделать. Она говорит, ой, да кто видел эти древние времена? Кто видел и знает эти законы? Да никто ничего не знает. Да нас все равно никто не увидит. Потом она говорит, да даже если нас увидят, я всю вину на себя возьму. Если в ад надо будет отправиться, я отправлюсь, а с тобой ничего не будет. Ну, в общем, она его там по-разному соблазняет. А он в итоге на своем стоит и говорит, иди, Яме. Ну, в итоге все заканчивается, она говорит, ну и жалок же ты, Яма. Ни сердце мы у тебя не смогли отыскать, ни разума. Говорит, конечно, говорит, другая будет тебя обнимать, любить и ласкать. Он говорит, ну типа, ну и давай, типа, иди тогда к ней. Он говорит, да, я пойду, и ты тоже иди и найди себе того, вот с кем ты хочешь там кататься, как колесо колесницы. Вот. Ну то есть идея в том, что он как бы предан закону. И вот эта идея Бхарани в этом контексте, и тем более она проявляется в Аштамамше очень сильно. В Аштамамше это, ну я не знаю, насколько вы осознаете конкретность моих слов, но все именно так. В Аштамамше... Бхарани, Ваштамамша — это именно вот четкая граница, что вот сексуальная, то есть возможность сексуальной, как это выразиться, насыщенная сексуальная активность — это грех, и мне так нельзя делать. И это четкое понимание есть в сознании. Человек это знает, он это чувствует. И есть искушение это приступить. И страх смерти, страх наказания его сдерживает. Но творческая потенция Бхарани, сексуальное животное такая, она все равно хочет и стремится. А здесь к этому еще и Раху с Венерой накладывается. То есть тяга очень сильная. И даже сама Венера в Ашлеше Ваштамамша показывает, что если ты так пойдешь, ты придешь к саморазрушению. Но желание от этого не уходит. И вот такая вот дилемма у человека. И вот я сказал и повторю, что и вот дальше вот этих смыслов, что из этого будет и как, дальше ничего не решено. Вот как она себя поведет, так и будет. То есть ей придется в этом вариться. Неприятная ситуация для сознания. Неприятная, но если показать ей и пережить те страдания, которые она чувствовала в прошлом воплощении, то это ее желание сильно сдержит наслаждаться. И она это отчасти чувствует. И, в общем, вот в таком вот она варится. То есть такая неудовлетворенность венерианская. Поэтому выход через творчество – это хорошо. Вот она рисует – это хорошо. Рисует, и пусть побольше водой рисует. Акварелью всякой. Она чем рисует? Фломастерами. Вот ей водные хорошо, где много воды, вот чтобы... акварель нужна,
Ну, и может это не обязательно акварель, я это утрирую так по-дилетантски. Но просто акварель, там есть возможность водой расплескаться. То есть, ну, типа вот психанешь, и вот прям возьмешь и водой все зальешь, нарисуешь, вот чтобы прям совсем. И сердце выстрадается. Это очень как бы хорошо. Вот захочешь чувственность проявить какую-то вот эту внутреннюю. И тоже как-то вот сексуальность там все это тоже. Вот. Но это не обязательно, я думаю, можно и другими красками. Но суть в том, что влага, жидкость, вода, вот это важно. Ну вот такая вот история интересная здесь. Чего-то еще я хотел добавить. Ну да, то есть вы можете видеть, что в очередной раз, да, я надеюсь, что карта, она вот иногда показывает конкретные вещи. Конкретную целостную, ну вообще всегда показывает карта целостную картину, но иногда показывает в этой целостности, ну просто иногда у кого-то размазня, что иногда у кого-то такая ситуация в судьбе, что не то, не сё, то есть, ну, там, и даже ретроградных планет нет, и там каких-то и проблем нет, и ну ничего нет, просто вот как-то в воздухе человек висит, и это видно тоже, что есть просто остатки каких-то энергий в нем там скопилось, и вот он как-то живет. А бывает ситуация вот как здесь, очень конкретная прям ситуация, вот из прошлого в настоящее, а вот будущего нету, то есть будущее вот как-то в этой жизни проживешь, так и будет. У нее даже в Навамше Раху стоит в 9-м доме, в Стрельце. Это означает, что она с одной стороны стремится к дхарме, к закону, но само по себе это стремление там вызвано раху. А раху, он как бы, ну, портит это все. Раху в 9-м доме – это такое положение, тем более, когда он в 9-м доме в Стрельце, это такое положение, когда человек идет к Богу, идет к закону, к истине, к долгу. Он идет, но по пути его начинают искушать. Его начинают по пути искушать. Типа, да давай там, да. И в итоге может получиться, что пока он туда идет, он уже в бандита превратится, в раху. И он уже, когда будет бандитом даже, до сих пор будет идти и думать, да, я иду вот к Богу туда, в 9-й дом. И только потом, в какой-то момент поймет, Господи, так я уже сбился давным-давно. И тогда он опять начинает это делать по новой. На круги своя возвращаться и опять с нуля, ну, как бы не с нуля, а в смысле, что заново опять начисто, в чистом виде опять идти к этому 9-му дому. То есть круг повторяется, это раху, кругами ходят, я говорил. Тоже одно из его качеств, что раху, это циклы, кругами ходят, повторение. Вот. Но плюс в чем, еще раз говорю, в Навамше этим 9-м домом сраху управляет Юпитер, который в экзальтации прочно, очень прочно там встал. Почему прочно? Потому что этим знаком управляет Луна, которая в Лагну идет. Вот это вот закрепляет его там очень сильно. Поэтому для нее, вот, когда она в фазу семейной жизни войдет, она сильно в этом контексте поменяется. У нее вот эта проблема с Венерой уменьшится сильно. Потому что пока она замуж не вышла, у нее есть вот эти проблемы с неконтролируемой сексуальностью. А когда она замуж выйдет, у нее как бы, ну не знаю, эта энергия, она как бы перекочует в хозяйственное русло. Будет просто очень дотошной хозяйкой. Даже это можно технически объяснить таким образом, что у нее Раху с Венерой в Раке находится. И семейный Юпитер тоже в Раке находится в Наванше. Они как бы коррелируются относительно друг друга. Это так и есть. Эти знаки энергии вот из разных варк, они пересекаются. И потому что так же, как Грахи в разных варгах самостоятельная единица, Юпитер, тот же самый Юпитер, что в Раше, что в Навамше, что в D3, что в D20, что еще где-нибудь. Это один и тот же Юпитер. Также и знаки.
знак рака, он что в обычной карте, что в Наванше, что в других картах, это все та же область рака, энергия, проекция этого знака. Вот, и у нее это как бы улучшится. То есть ей надо просто не сомневаться и в эту сторону закона идти путем благочестивой семейной жизни. И чем больше она будет в эту сторону идти, тем меньше ее будет беспокоить и вот эта ее страстная натура. Вот. А то, что я хотел добавить, я вспомнил, это то, что у нее даже лагна, вишакха. Вишакха, во-первых, значит разветвление, то есть развилка на судьбе. Либо туда, либо туда. Направо пойдешь ты или налево пойдешь. И в результате такой развилки человек иногда бывает не знает, куда ему пойти и как ему быть. И поэтому происходит раздвоение в личности, грубо говоря, образно выражаясь. Поэтому у Вишакхи два управителя. Это единственная накшатра с двумя управителями, богами. То есть у нее управляет Индра и Агни, два бога разных. То есть божество Вишакхи – это два божества, то есть раздвоение. Сам Агни и Индра – это оба божества, они даже оба указывают на раздвоение. То есть, ну не буду, в общем, пояснять. Да вот энергия огня, она связана с этим, это критика, разделение на два как бы, или больше. Вот, и вместе с этим Вишакха – это как ветка. То есть если вы на ветку посмотрите, вы увидите, что это раздвинутые ноги. И Вишакха, она связана вот с этой, ну, сексуальностью. Это вот как область промежности вот этой. Поэтому Индра управляет этой накшатрой также. То есть Индра сильно связан с такой чрезмерной как бы сексуальной энергией, из-за которой можно попасть в беду. И тогда у тебя 1000 вагин будет на теле. То есть как в мифе. То есть, ну, все вот об одном у нее. Живет сейчас между двух стран. В Англии родители и... В Англии родители... Вы так написали, я не понимаю. В Англии родители и мой сын в Украине... А, ездит туда-сюда. А, ну, то все, я понял. Она ездит туда-сюда. Англия, Украина... Потому что одна ее половинка в Украине осталась, она сама с родителями там, да. А, или она в Украине живет или в Англии. А, ну, короче, непонятно, где она живет, да. То ли в Украине, то ли в Англии. Я понял. Ну, да, логично, естественно. Как проекция такая в сознание. Вот. Но вот ей надо, видите, определиться. Даже на таком уровне. Ну, наверное, ей, ну, как бы, может, сыну тоже там как-то надо с чем-то определиться, я не знаю. Вот. Но все, что можно было про эту мадемуазель сказать, и в контексте ее судьбы и кармы мы разобрали. То есть дальше ничего нет. То есть вот есть данность, есть вот такой Рахус Венера, есть там другая сторона какая-то, есть разные вот эти аштамамши, склонности, тенденции, есть прошлое, которое ее сдерживает, Сатурн, который ее воспитывает, стремление к благочестивой жизни, там Солнце в седьмом доме в Навамше, в падении тем более. То есть это прям ну совсем, то есть Солнце и в падении, и в седьмом доме, это оба фактора, они как бы заставляет отказаться от эго и принизить его как-то. Но когда мы смотрим в обычную карту, мы видим, что Солнце во Льве, оно царь, то есть оно на хорошее на самом деле, оно как бы... То есть это самостоятельное, целенаправленное, сознательное желание отдать себя. Это очень хорошо. Это очень хороший факт. То есть с этим это очень облегчает семейную жизнь, когда женщина
такую позицию, прям по своему желанию принимает. Единственный побочный эффект, неблагоприятный от этого, это недостаток солнца, типа, ну, такой вот зависимость от супруга и вот недостаток солнца, что, ну, недостаток сил здравых эмоций, которые тебя могут. То есть у нее неконтролируемые эмоции, как вы понимаете, она не может контролировать эмоции. Ее сразу в экзальтацию бросает. Вот она может как бы с ума сходить, там радоваться или рыдать там изо всех сил, то есть либо одно, либо другое, то есть крайности. Она не может в здоровом состоянии быть. Ей тяжело быть в здоровом состоянии. Но, опять-таки, эту ситуацию исправляет Юпитер в Раке, в четвертом доме. Поэтому, то есть Юпитер у нее столб очень сильный, он ей сильно поможет. А Юпитер в ее карте здесь, он именно показывает такую вот семейную жизнь. В Новамше в первую очередь. Да, кстати. Ну вот, вот. Вот видите, я до 20 открываю. Это карта, связанная с... Как бы здесь в этом контексте выразиться. Карта, связанная с плодами в сознании, основанными на моральных, духовных, ну, больше как бы, ну, как сказать. В общем, в ортодоксальном, таком простом смысле, это типа плоды поклонения. Но в более широком смысле и более реальном, это ну, что-то с духовными качествами человека связано, да? И здесь мы видим, что сразу бросается нам. Венера в четвертом доме в падении. Юпитер в шестом доме в Скорпионе. Это означает, ну, Венера в шестом знаке в четвертом доме, это понятно, я думаю. А вот Юпитер в шестом доме, это тоже порочность, связанная со Скорпионом. А он еще и в Лагну в Близнецы идет. Близнецы – это соитие. Скорпион – это то же самое, как бы, ну, вот эти змеиный знак, переплетение, вот эти все, да, вот ашлеши вот это. Там вот это дживы. Порочность, почему я сказал? Потому что шестой дом – это дом пороков, недостатков. То есть все то же самое. То есть. Но что мы видим дальше? Что относится у нас к сознанию? Смотрите, вот это все карма, да? Венера – карма, Сатурн – карма, Юпитер – карма. А что относится к моей свободной воле? Солнце – девятый дом, Луна – девятый дом, Меркурий – девятый дом. То есть все, что связано с мышлением, сознанием, сознательным выбором, все это хочет блага в девятый дом, и всем этим управляет Сатурн, который идет в четвертый знак рака, знак семейной жизни. И он еще и в обмене с Луной. То есть второй семейный дом в обмене с девятым. Ну, то есть тут все очевидно. Для нее все. Вот теперь стало после этой карты точно все понятно. Точно понятно. Ну да, даже у нее Сатурн вот находится в Амше, Бахаване называется. Бахаване. Значит, дающее существование, дающее жизнь. У нее вообще все остальное пугающее. Венера Бхайрави. Бхайрави, значит, страх причиняет. Венера страх причиняет. Лагна Раудри, то есть, ну, плач как бы, да, плачущая. Солнце плачущее. Марс ребенок. А, ну, хотя Баала, я не знаю, сила, наверное. Могу здесь запутаться, ошибаться. Ну, в общем, слишком много таких плачущих эффектов. Очень много. Для Т20 здесь очень много амш таких. То есть раз плачущее, лагна плачущее, солнце плачущее, Меркурий плачущий, Венера пугающая, Раху Кету ужасный, Гора. И вот Сатурн с Луной, Луна победа, Джая, Сатурн Бхаваня. Дающая жизнь, дающая существование. И вот Луна с этим Сатурном в обмене связана между вторым домом семьи в знаке семьи Рака и девятым домом Дхармы. И Водолей, кувшин такой, ну типа, ну весь вот этот образ ее семейного гнездышка, это кувшин по сути. Ну типа накопить там, да, вот это все обустроить там, собрать там. Вот. Так что для нее все очень просто.
Просто надо не сомневаться, не бояться, вот так идти туда. Можете даже, если у нее есть предрасположенность и вера к этому, можете даже показать ей запись, может, ей это поможет. Потому что себя она узнает и поймет еще лучше в этом случае. Ну, при желании. Вам видней, какие у вас там эти отношения между друг с другом. Ну, вот такая карта. Интересный пример получился. Вот. Но мы волей-неволей, как обычно, разобрали все. Но вы можете видеть, что все это в корне держится именно на том, что мы вот прошли. То есть это самое главное. Вы можете видеть, мы даже не затронули этих вещей, как я и сказал изначально, что Солнце, Луна, Меркурий, Марс, вот эти более легкие планеты, они как бы играют второстепенную роль. Даже если мы их тут брали и говорили, то просто конкретизировали, уточняли, там, проясняли. Но изначально все понятно на вот этих факторах уже. Юпитер, Сатурн и Раху. Юпитер, Сатурн в седьмом доме, Вовне, обнуление, обновление. Для Юпитера это значит эго, Вовне в седьмом доме. Для Сатурна это значит как бы падение. В этом Овне там нету, да, ничего. Дальше мы рассмотрели, что это Аштамамша, Сатурн. Поняли, что это страх смерти, его причину там. Ну, в общем, там шаг за шагом, но мы не отходили. Это в любом случае Сатурн, Юпитер в седьмом доме. И Раху с Венерой. То есть неудивительно, что Сатурн с Юпитером в этом седьмом доме. Тот риторический вопрос, да, который я задавал. Ничего удивительного, что это так, если мы замечаем и видим четко, да, что потому что Венера с Раху. Точнее, Раху с Венерой. Ну а диспозитор, если продолжать тему эту, например, такого вот заново, да, посмотреть на карту с нуля. Сатурн, Юпитер в седьмом доме, допустим, понятно, все сходится к одному и тому же, Лагна там седьмая, все в седьмом доме, Овен в седьмом доме, Вишака в Лагне, в Наванше тоже Овен, то есть как прям 7-7-7-7, Раху с Венерой в Раке, и дальше мы видим, что Луна управляет этим Раком, и она идет в 11 дом, в сильную позицию, соединяется с Солнцем, там все хорошо себя чувствуют, во Льве. И Солнце хорошо себя во Льве чувствует, и Луна, и Меркурий становятся добрым и хорошим, благочестивым очень, что для Меркурия редкость. Для Меркурия как бы, он обычно хитрый такой, засранец как бы. А, ну, то есть даже если он не вредный, то он все равно хитрый. А здесь с Солнцем и Луной он очень хорош становится, он слишком сатвичный становится. Но он тут сильно горит. Почему? Потому что он управляет 12-м домом. 12-м домом и 9-м, кстати, тоже. Но они здесь воедино связаны, и 12-й дом представляет особую здесь важность. Он вместе с этим 12-м домом еще и Арудхой 8-го дома тогда управляет. Потому что Арудха 8-го в 12-м доме стоит. Так, в общем, 12-й дом – это дом как бы вот подсознания, грехов, да, каких-то, вот прошлой кармы вот этой. Вот ее всю мы сжигаем здесь. В 11-м доме победы. Это значит, что вместе… Ну, изначально я все это стал объяснять, чтобы сказать, что Раху с Венерой на что-то указывают, да, на вот эту тягу к Венере. А какие от этого будут последствия, мы видим. 11-й дом, то есть, значит, результат будет, значит, исполнение желаний будет. Значит, удовлетворенность будет, прибыль будет, то есть, ну, образно, да, говоря. То есть это хорошо. И когда мы смотрим, кто там находится, мы видим, там Солнце, Луна и Меркурий. Все связано с сознанием, все находится во Льве, Солнце сильное, Луна королевская сильная. Меркурий тоже хороший, просто он горит. Вот это единственный нюанс, но мы видим, почему он горит, что это хорошо, наоборот, что он горит. То, что он горит,
Это память. Меркурий – это память. И он проявляет 12-м дом подсознания. Она прошлое сжигает. Вот почему так происходит. Сжигает прошлое. И 9-м тоже управляет. Это тоже прошлое. Прошлая жизнь. То есть, опять-таки, обнуление, Овен. Все сгораем. Все сжигаем, все сгорает. И начинается все по-новому. Новый вот такой вот цикл в жизни. Вот, и просто нужно, самое главное, Сатурн улучшать, как бы, Сатурн улучшать, я образно говорю, и это нет такого, что это неправильно, когда так люди думают и говорят, вот у вас там планета, улучшите ее, нет такого. Это просто указатели на определенные качества, и улучшать Сатурн означает становиться зрелым, серьезным, взрослым, как бы. То есть, не искусственно как бы напрягать там себя проблемами выдуманными, а ответственность просто взять. Вот и все. Не надо строить себя. Некоторые люди так делают, знаете. Им там исполняется там 20 с чем-то, и они приходят к идее, что теперь надо быть взрослым. И они такую важную морду начинают делать и пытаться вот как-то себя вести так, как взрослый, как вот в его понимании взрослый себя должен вести. Ну, как бы он правильно делает, в смысле, что люди так себя и ведут, как идиоты, то есть. Строит из себя непонятно кого. И вот он такой тоже думает, ладно, я тоже себя буду строить из себя не пойми кого. Я теперь взрослый. Вот это не взрослость. Сатурн означает ответственность. Вот что это означает. И больше ничего. Просто надо принять ответственность. Если ты что-то делаешь, отвечай за это. Если ты ошибся, неси наказание. Говори, да, я ошибся. Не надо врать, не надо притворяться там, не надо еще что-то. Надо сказать, да, я виноват. И искренне это понять. Искренне понять, что я, блин, дебил. И нет никакого другого дебила, кроме меня. И винить тут больше некого. И если кто-то должен от этого пострадать, значит, я должен пострадать. Если ты говоришь человеку, я сделаю так и приду в такое-то время туда-то, значит, сделай это. Если не можешь это сделать, предотврати это, позвони, там, извини, скажи, я там то-сё. Но не надо каких-то хитрых, непонятных путей. Вот. То есть люди боятся очень правды, это так забавно. То есть вместо того, чтобы там, вместо того, чтобы позвонить и сказать там, типа там, я знаю, у нас там через 5 минут встреча, но я на нее не приду, прости меня, пожалуйста, да? Ну, хотя бы так. То есть, если ты уж дурак такой, что такую ситуацию допустил, то хотя бы позвони, там, скажи это. И нет, люди вместо этого, зная, что вот такая фигня случилась, они будут убегать, избегать, прятаться. Что это за инстинкт идиотизма? Это вот и есть вот это вот уход от правды постоянный, уход от Юпитера, от Солнца и стремление к краху. Ко лжи, иллюзии, какой-то обмана, вот, прятки вот эти все, невежество какое-то. Все должно быть ясно в жизни. В жизни не должно быть ничего не ясного. Везде все должно быть ясно. Все должно быть понятно. Все должно быть на виду. У человека могут быть личные какие-то там свои скелеты, тайны и всякое такое. Это абсолютно нормально. Самим сознанием. Калапуруши, да? Подразумевается, что такая вещь имеет место. Существует знак Скорпиона, например. Существует там 12-й дом, 8-й дом, 6-й дом. Всякое есть, это нормально. Но, как бы, в общем, вы поняли, все должно быть как бы ясно. Чем более твоя жизнь ясная, тем более она сатвична. Чем больше у тебя в отношениях с другими все понятно, тем более нормально. Не нравится тебе кто-то, не общайся, все. Не надо с ним общаться и делать вид, что все нормально, и передавать таким образом и себя, и его, и вводить в заблуждение. Вот это так смешно, просто люди в этом живут и обманывают якобы, они делают действия обмана, они обманывают себя, обманывают других, но при этом все понимают и знают. Неужели тот человек, перед которым вы красуетесь, не знает, что вы вообще считаете его там придурком? Неужели он этого не понимает? Все прекрасно понимают. Но все продолжают играть в эту странную игру какую-то. Тем самым себя закапывают все глубже в невежество. Зачем это делать? Просто
отруби изначально, скажи вот так и так. То есть, ну, надо быть преданным правде. Если ты предан правде, ничего страшного не будет. Даже если ты кого-то обидишь. То есть это неправильно. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек должен говорить слова правдивые, но приятные. Правдивые, но приятные. Вот это называется аскеза речи. Но даже если ты так не сделаешь, но будешь придерживаться правды, то есть даже если ты вот, есть такое понятие правдоруб, да, направо-налево рубит правду и как бы боль причиняет всем, ты будешь пожинать плоды своих этих, то, что ты боль причиняешь другим, ты будешь это пожинать. Мы сегодня это проходили. То есть это связь Солнца и Венеры, грубо говоря, например, да? Венера будет страдать, она никуда не денется. Но Солнце твое и Юпитер твой, ну, Юпитер может тоже, да, он с добром там связан, с милосердием, может тоже пострадать немного, но во всяком случае Солнце твое никуда не денется. То есть ясность, чистота, закон, то есть тебя никто за это не накажет, так грубо говоря, да? Не будет такого, что ты говоришь правду и за это в ад пойдешь. Такого не будет. Ну, конечно, все очень превратно в этом мире. Бывает все, конечно, очень по-разному. Бывает все очень по-разному, да? Сказать правду, что там у тебя в подвале прячутся там дети, которые хотят Холокоста избежать, это, может, не совсем то, что, да, от тебя хочет истинно услышать. Конечно, бывают нюансы, но в целом общий принцип таков, конечно, что должна быть правда, нужно быть преданным правде, это самое важное, а не преданным Раху. Зачем быть преданным Раху? Создавать видимость какую-то, что ты там кто-то, какой-то, рисовать там из себя кого-то. Никакой пользы от этого нет, ты так только глубже закапываешься в иллюзию. И потом вот возникают такие ситуации, например. Когда вот у тебя с одной стороны вот это, с другой стороны вот это, Раху вот с этим соединен, куда-то там тебя тащит, а ты даже не... Ну, потому что если у тебя вожделение, ну, вот это невежество, оно тебя тащит куда-то, у тебя иллюзия, что ты без этого жить не можешь, субъективно тебе этого хочется. А отказаться от этого для тебя означает, ну, вообще, типа, не жить, то есть. Ну, потому что как иначе? Ты, тогда тебе... Ты с ума зайдешь, просто будешь сидеть в подвале, там, не знаю, и все. С закрытыми глазами, пока не умрешь. То есть это очень сложная ситуация. А почему она возникает? Потому что ты сам это создаешь своим вот невежеством, иллюзией. В обман вводишь себя и остальных. Рисуешься, красуешься чего-то там. Видимость какую-то создаешь. Искусственно живешь как бы. Ладно, все, вопросов, я так догадываюсь, нету, как обычно. Так что, если нет вопросов, на этом закончили. Ну все, до свидания.